На YouTube. Если кому-то удобнее на YouTube смотреть, то вот, пожалуйста, на YouTube. Вот, камеры нет, не будет. Я не знаю, тут как-то... Ну, не знаю, не захотелось мне сегодня с камерой. Не знаю. Вот. Что еще хотела сказать? Что-то хотела сказать. А, вот. По поводу ключей с игры. Ключи можно получить, покупив предзаказ на их официальном сайте. Стоит $40. И через некоторое время присылают 5 ключей на бета-версию игры. И вот мы сейчас еще одну, получается, купили. Дима купил. И ему на почту должны прийти еще 5 ключей. И так как их не будет с Евой, мы предложили Полине и Алексу с нами поиграть. В общем, пока что. Пока мы будем играть я, Тёма, Таня, Артур. А попозже, как только появятся ключи и скачают себе игру, Саша с Полиной тоже к нам присоединятся. В общем, вот так вот будет как-то так. Артур нет, Артур стримить не будет. Артур, не знаю, он что-то с выключенным совсем сидит в Дискорде и ничего не включает. Сейчас я ему напишу. Включай уже. Я на стриме тебя зову. Алло. Вот он пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы уже в прямом эфире, что ли? Да. Здравствуйте. Вот сидим, ждем. Сейчас Тёма, Таня. Чего тут столько народу? Зачем? Зачем вы пришли? А, ты про чат и про стрим? Ага. Этот. На экране слово музыка написано неправильно, пишут. Да я, знаете, как торопилась? Привет, в смысле, какой такой музыки? Музыка у меня написано. Здравствуйте. Привет. Музыка. Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте. Музыка. Да, ошибочка. Как-то громко у меня. Кто? 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 Я? Кто? Кто посмотрел? Кто? Вот кто это сделал? Что разгалделись, как чайки? Ну, кто разгоняет? А кто громко-то, ты скажешь? Ну, сама что-то орёт как-то. Музыка. Да. Музыка. Сделайте меня потише. Я сделала. Нет, зачем? Как всегда, меня вот делают все потише, я херею. Только захожу, сразу все потише делают. Таня, тихо. Димочка написал, что ключиков пока нет. Ой-ой-ой, простите. Это у тебя стрим там, да? Включил? Все было громко. Хорошо. Ну, пока вчетвером, ладно, ждем тогда. Ну, ключики. Я думаю, это будет нормально. Знаете, в чем проблема реально? Вот мы сейчас с Дашей разговаривали. В том, что create party есть, но типа оно не работает. А так бы просто вчетвером мы заходили бы в игру и, короче, кооперировались бы там. Вот, это было бы топ. У меня не закрывается опера. Даша, это нормально? Ну, вообще... Я просто первый день пользую оперу, потому что у меня сломалось. Вообще? В жизни? Нет, ну до этого я ее пользовал в 99-м году. Да. Ну, просто опера отстой. А опера нормальная. Но мне пришлось от нее перейти к хрому, к сожалению, потому что у меня старый Mac ее не тянул. Ну и какая-нибудь она после этого нормальная. Прожорливая пипец, жесть. Так, потом она стала пользоваться хромом. И опера показалась такое легкое усвоение, что. Я с позволения вашего поблагодарю Титан ДВ за переподписку на 5-й месяц. Спасибо большое. Так и быть. Здравствуйте, давай. А у Тёмы стрим тоже есть, да? Да, есть, да. У меня. Здравствуйте. Их есть у меня. Хотя читать донаты я, наверное, вслух не буду, потому что как-то некорректно будет по отношению к Тёминому стриму. В общем, спасибо, просто скажу. Я тоже, когда мы вот в Overwatch играли, старался не читать, вы уж простите, потому что, ну, сами понимаете. Да, Тёма прав, я согласна с Тёмой. Так, короче, все обижаемся. Нет, спасибо, просто. Они, ну, они можете обижаться, можете не обижаться, можете не донатить, дело ваше. Но, вот, нет, это... донатить будем, но будем обидчиво, короче, это обидчиво делать. Обидчиво донатить. Обидчиво. У меня теперь... Мне теперь сразу два чата открыто. Чего-то. Так, Айгрунда запустили же, да? Mm-hmm. Не, ну я, конечно, молодец тоже. Тёма маньяком. Активировал ключ такой второй, а сам думал, что первый. Я думаю, топовый будет, как знала. Обычно этот. Еще и на аккаунт, не на свой. Да, я так знала, что кто-то на пара начал. Да, короче, этот, я думаю, что Таня будет топовым маньяком, она все время такая ходит, молчит. Да, Таня, когда молчит, нереально, мне так страшно, я вот честно говорю, это про Dying Light, тут, как мы там, Dead by Daylight, да? Dead by Daylight. Таня молчит, и мы там все ходим, орём, прикалываемся, там, а, я тебя сейчас найду, как-то нормально, а когда Таня ходит и молчит за тобой с топором, это реально жесть. Ой, я у себя ничего на микрофон не стримил. Я не буду стримить, я вчера стримил, я устал сегодня. Не знаю. Так, я тогда тоже в игру захожу. Я уже куда-то коннектюсь, не знаю, я ничего не нажимала. Никуда не коннектился. А мне такие, please wait, я не хочу ждать, я никуда не коннектилась, отвали от меня.
Вот. Я думаю, они лучше знают. Игра сама решила, что Анка уходит. Она хочет найти для тебя друзей, а ты ругаешься на них. Я видела, что там муиска. Ребят, я так торопилась вообще, извините. Но это же видно, муиска, что это, не ошибка, что это опечатка. Так, это описька. По-моему, обижаться страшно. Э, а чего игра так орать начала? Она же только что нормально работала. Потому что... А там момент. Да, Димочки и Евочки, к сожалению, не будет. Но может они там смогут что-нибудь сделать. Может, да, если получится. Очень-очень ждём. Кузя, спасибо большое. Да, может быть, они смогут подойти. Было бы неплохо. Я вообще такой собирался Звездные войны добивать. Даша такая, я такая, вот это вот. Я такой, тю, я хочу. И да, и тут еще Дима с Евой подсуетились. Ага, мы так собрались прям все такие, думаем, боже. И тут раз не получилось. В какой-то веке, да, я так обрадовалась, думаю, наконец мы все вместе соберемся. Коварство. В смысле, что за злорадство такое? Еще просто. Все такие грустные стали. Решила разрядить обстановку. Мне получилось. Так, что мы сейчас делаем? Create Party, к сожалению, видите, не работает. А если мы сейчас зададим private match, то этот, может быть, мы сможем вот это всей партии потом куда-нибудь пойти. Было бы неплохо. А как это? А ну делать. Ну мы сейчас кто-то создаст. Кто создаст приватный матч? Я нажал, давайте я попробую создать приват матч. Вы мне сразу говорите, куда мне жмякать потом, потому что я. Игра про хоккей, да. И про футбол, и про все остальное сразу. Господи, что же ты так орешь? Гриша не может, к сожалению. У него там планы свои. Все деловые стали, до жопы вот этого. Ну, что-то да. Делами заняли, херии. Ага, да. Какая, какие дела, какая личная жизнь? Да. Пятница 13-е. Да, бросил все. Ну, Даша, второй уровень, потому что мы сегодня, я же говорю, сидели, записывали, да. Собирались. А почему у меня второй уровень? Потому что Тёма играл в моем аккаунте. А, точно. У Тани такой грубый голос сегодня был. Да-да-да. Очень похож на Тёмина. Старался понежнее, но не получалось. Вот все нарожаете, вообще собираться в кучу будет нереально. Майки, сердитый дворф, спасибо большое. Похож чувак на Кончиту Вурст. Артур сказал, что он похож на Гришу. То есть вы можете примерно себе представить. Как выглядишь лучше, правда? Гриша, так, я вас пригласил. Вы приглашаетесь там, нет? Нет, ты меня не пригласил. В смысле? Я пригласил на тебе еще раз, и вот и тебе еще раз. Даша, а мне что-то вот за... Даша не пришло. Почему мне все время попадается? Я пригласил вот еще раз. Вам пришла? Я connection с ним. Хорошо. А почему мне не пришло? Мне попало сломано. Не, ну вы на Гришу тоже не обижайтесь у него, как бы просто там какие-то планы, ребят. Все ж мы люди. Так, что нужно нажать тут, Таня? А, выбрать нужно... Что выбрать? Персонажа по-любому нужно выбирать. И того. Маньяка, и... А хост... А тут рандомно, да? Маньяки? Нет, маньяк один. Хост выбирает маньяка. А, ну, по крайней мере, в приватной игре. Да-да, только хост выбирает маньяка, да. В общем, тут маньяка один вид, но у него костюмы меняются. А чуваки здесь вот разные. Я людям покажу разные костюмы чуваки. Нет. Да, сейчас покажу. Потом в дальнейшем. Тут вот, в общем, способности прикольно. Потом можно, когда прокачиваешься, ставить. Я, ты уже приконнектился. Я вот эту хочу девочку, но, блин, она заблокирована. 10 уровень. Девочку? Требует. Заблокирована. У меня нет никакой девочки. Ну, в смысле, мальчик, выбираешь. Девочку и маму. А, в смысле, выжившую? Которая... Да, выжившую. А я думала, мать, думаю, какая девочка. Вот этот мужик просто топ вообще, парень. Чет Кенсингтон. Чет. На 13-м ловле прикольный скин. Как Тёма такой. Я говорю, мимо туалета деревянного пробегает, и такой... Тарди, спасибо большое. Люди, которые пишут про Джека, вы какие-то странные. Мне надо, наверное, весь стрим сегодня сидеть и говорить о том, что Гриш сегодня не может с нами играть. Поэтому модераторы удаляют ваши сообщения вот эти вот. Это как, почему что, Артур Гриша? Не играет с нами в Overwatch? Mm-hmm. Где Артур? А чё Артура нет? Зовите Артура. О, я могу покупать какие-то штуки. Про маньяка покажу. За что ты будешь покупать Артура? Костюмы на маньяка, смотри. Вот этот нежить вообще топовый, очень нравится. Это который... Этот, с ободранной мордой, да? Да. Из озера. У него сзади, короче, у него сзади кусков мяса нет, а там прям хребет торчит, очень круто вообще. Это из седьмой, по-моему, части. А как ты осматриваешь его сзади? Это я, мы вчера на стриме видели.
А, на стриме видели у чувака. На стриме у Лорика. Да, бедный лирик, он что так орал. 40 тысяч человек смотрел вчера стрим лирика, офигеть. 50. А, 50. Я готов. Сиена Сей, спасибо большое за подписку, добро пожаловать на борт. Так, а кто у нас знает, кто будет маньяк? Тёма знает. Так, я тоже Риди. Я? Риди. Да? А как надо выбрать, да, типа маску поставить? Так, ну я тогда ставлю пока что Дашу, потому что а Даша уже сыграла. Нет, тебе нельзя, ты уже был. В смысле? Я маньяк, я не хотеть. Да, Таня сейчас разберется хоть чуть-чуть с игрой, пока я не умею, я не играла маньяком же вообще. А мы будем уже. Можно я? Да, Артур пусть будет. Ну, пожалуйста, Ну, пожалуйста. Я настоящий маньяк. Так, все, да. Ну, тогда вот сейчас стрёмно было вообще. Кстати, Таня на геймпаде вполне себе удобно играется. Она под геймпад заточена игра. Да. А, кстати, да. Геймпад возьму. Да. Но, слушайте, геймпад, оно, конечно, круто, но я так и не знаю, как использовать предметы. Я нашла долбанную рацию, и я не знала, что с ней делать. Икс, допустим, я аптечку находил, там прямо написано, типа, используйте, нажмите Икс. Да? А рация? Ребята, в нашем чатике, киньте, пожалуйста, в чатик ссылку на этот стримчик, я его скопирую себе на страничку, чтобы мне разместить, пожалуйста, ссылку вот на этот стримчик. Вот так вот. Угу, сученьки. Да, вот стримчик. Волт Про не видит стрим. Чувак, обнови страницу, я не знаю. Открой глаза! Он меня не слышит, в принципе. Открой глаза, пожалуйста. Open your eyes. Вообще надо сделать. Ну, сейчас, короче, на четверых это, в принципе, нормально. Но, типа, этот... В десятером играть будет интереснее. Будет намного интереснее. Ну, подождем, может быть, все-таки получится еще. О, ссылки удаляет Найтбот. Бан! Мне вчера Найтбот обозвал подписчика свиньей. А, ну да. Он же в танке горел. Это, Таня, сейчас загрузится игра, зайди в настройки звука, и там выключи голосовой чат. Кстати, да. Там будет у тебя, типа, yes, геймпад надо, no, no. И... Да, нет, короче, надо yes, нет, наоборот, yes, да, надо поставить. Option, да? Ну, settings, да. Да, options. Так, стоп, заставка. Аудио, заставка! Топовая заставка. Таня, ты смотришь заставку? А я уже видела. А, ну ладно. Я запускала игру просто. Паш, ты толк? Я считаю, что из этого чувака надо сделать мем. У тебя что, костюм? Ой, это у Артура скин такой? Да, да, это мой новый скин. Офигеть. Блин, глянь, он его вожик взял. А где звук? Так, а я что, за бабу? А что я за бабу играю? Зачем? А почему мы начали? Ой, фонарики есть. А у нас время идет, 20 минут можно выживать. В смысле, 5, нет? А что? Нет, у меня написано 20. Я что? Просто стик. У тебя вокруг карты выносливость. А, я поняла. Звука из игры нету, пишут. У меня нету звука, да. Почему? У тебя нет звука? Я не знаю. Это очень странно, если честно, потому что... Ну, у меня как ты сама слышишь, да? Нет. А его и в игре у тебя нет? Да. У меня есть, у меня нормально. А, вот, это было странно. А мы типа рандомно все друг от друга появились, да? Да. Не-не, Артур, подожди, не лови меня, я тут звук решала. А что это когда? Да я вообще рядом. Что он рядом, да. Блин. Ну я не очень прям рядом. Нет, не значит, что он прям вот. Ну я думаю, когда он будет рядом, ты по-любому. Я включила радио. Артур, ты же не здесь? Где? Не здесь. Это был не вопрос, ты не здесь. Артур, ты не здесь, понял? Если что, ты не здесь. Не бери с меня пример, Артур, не молчи. Обезьяна. Я нашел. Я нашел. В общем, что-то крутое. На точке две машины, если там три предмета найдешь для нее, можешь уехать. Или здесь можно найти телефон, починить его, вызвать копов. И копы типа будут тут ездить по локации. Через 5 минут прибудут копы, да, и могут тебя защитить. А сигнальная ракета что делает? Сигнальная ракета — это копы, если на карте, то они, короче, моментально к тебе приезжают. Я в эти моменты, когда ты сигнальную ракету пускаешь, я, короче, теряю из виду тебя. То есть ты мне никак не подсвечиваешься. Слышите, типа, а если я беру бензин, то оружие у меня из рук падает, да? Да. О, да. Какая тупорылая игра. Этого я не знала. Там 3 слота под это все дело, но я пока не разобрался. Ну, типа, реализм. Я слышу, какого-то... Нет, но вот бензин, он в слот не падает. Не-не, бензин и аккумулятор ты в руках тащишь. Да, это, блин.
А я даже машину не нашла, ладно, я ее здесь. А на карте обозначена машина. А что за музыка так орёт, я не понял. Музыка орёт? Артур, ты где-то здесь, что ли? Это Артур орёт. Господи, я Артём, ты меня испугал. Что это такое? Это что такое? Я рацию нашла! Зачем? Даша, обернись. Подожди, стоп, я вызову. Не оборачивайся. А что? Ты где? А! Он в окне стоит! Господи! О, боже, мне надо выйти срочно! А я дверь забаррикадировала! Твою мать! Открывай дверь! Сиди там! Ой, я буду по классике. Беги давай, дура! В ванну залезу, в душ, короче, разденусь. Слушай, я копов вызвала, я копов вызвала. И за шторкой. А ты умерла? Да. Нет, она не умерла. Нет, я жива. Я бегу. А что, если типа вызвала копов, они через сколько приезжают? Через 5 да. минут вроде как приезжают, я сам еще не видел. Реального времени? И что, они тебя убьют, да, по-любому? Он телепортуется. А, он за мной! Они вроде могут меня убить. Ну ты, короче, к ним можешь убежать туда. Ребята, прощай. Беги! Я буду защищаться. Я буду. Даша, он где? Он на улице или в доме каком-то? Херак, я тебя сейчас ищу. А! Давай. На первый раз отпущу ради стрима. Нет. Пошел в жопу, тварь. А вас на карте это... Как? Мне так лагает. Треугольник. На карте треугольник. А, я понял. Охереть, вы знаете, где вы? Где от меня? Так, где мы? Слушайте, у меня дикие лаги, я не знаю. У вас нормально, да? У меня все надо. Чуть-чуть. У меня тоже нормально. КПС проседает чуть-чуть. А у меня нет. Этот, скажите, а приседать персонаж может? Да, Б. Приседать Б. Б? Ага. Как-то получше, а то как корова. Корова. Бам-бам-бам. Так, Артур, ты давай прекращай вот эти вещи делать, ладно? Молчать, прекращай. Давай рассуждай, где ты ходишь, что ты видишь. Я вижу кого-то, кроме Даши. А это кто-то? Поблизости. Я решил, Даша, кто опустил вот эту штуку? Полиции еще нет. Ребят, это не стрим, это игра лагает вообще. У меня потери кадров нет. Это бета. Ребят. А Джейсон умеет плавать? Да. Да. Он все умеет, Таня. Он не плавал, он только по дну ходит. Уходи! Макс, да закрой его! Че у вас там происходит? Нет. Блин, ой, блин, как тут с управлением? А, типа... В смысле? Чё, Тёма, ты его убил? Я его в капкан. Там капкан был. Офигеть. Ой, я биту нашла. Ты злишь меня? Даша, я нашла машину. Мама сказала, что меня никто не любит. Но она сломана. Блин, а бензин? Кстати, знаешь, насколько далеко? Ууу, ребята, что я нашла? Уходи, тварь. Что ты нашла? Я нашла кое-что очень хорошее, я не буду говорить, что. Потому что Артур там не придет. Господи, у меня не пролазит она нигде. Уходи. Ты не смог сломать меня, ты понимаешь? Не смог Ты пшепшикш. Не смог шикшиш. Таня, курма. Смотри, что у меня на спине. Таня. Тёма, беги вперед, они там. Давайте я к ним выведу и, короче, я там... Я манал вообще. Тёма, выводи его ко мне, я его сейчас это... Выводи. Я не знаю, где вы. У меня карта пропала. Да развернись. Вали. Мне тоже карта пропадала, кстати. Чё ты Таня, делаешь? Таня, ящики, кстати, обыскивать надо там. Ящики? О, да. У меня карта появляется. Так, возле лагеря ты не можешь мне достать. Там, типа, я уже ключи как-то находила один раз. Ты я нашла бензин, но он далеко, короче, от этого места. А, бля, что происходит? Ничего не происходит! Иди сюда! Надеялся, что реально это работает. Чё у вас там? Чё происходит-то? Даша, я тебя пощадил, вот теперь вот сиди и наслаждайся. Около лагеря, говорит, около костра ты типа ничего не сможешь делать. Слушай, меня так лагает, прям реально бесит. Да как отпусти, ну его нахер. Отпусти и забудь. Любишь, отпусти. А нет, можно сковородку взять, обороняться сковородкой. Да-да-да, я видел. Тварь, ох, я знаю про ружье, ребят. Я знаю, спасибо. Ты не сможешь, ты уже не найдешь меня никогда в жизни, ты понял?
Забудь. А в машину могут же все залезть, если что, и уехать. А я вот это, да. Там, кстати, разные машины есть, двухместные. Я вчера смотрел, один чувак вообще всех бросил. Они бежали за ним, типа, подожди, подожди. Лол. Так, ладно, я дал вам немного времени, и теперь вы можете уже... Ты просто не смог, потому что... Слушайте, а ну попробуй, Артур, пока не убивай меня, пожалуйста, я попробую графику убавить, но я не знаю, что это такое. Я сегодня играла с ребятами, мы записывали, и у меня абсолютно ровно было. Но дело в том, что у меня таком послабее, у меня все на эпике сейчас стоит. Ну вот у меня нет, на эпике. Потому что это оптимизация, просто... типа. Просто ты захватываешь игру на стрим, и все. Ну, не знаю, я другие игры захватываю, никогда такого не было. Ну, блин. Не, мне кажется, это потому, что, типа, вы хостом, мы когда играли в эту игру про привидение, помните? Мы играли, было отлично, у нас лагало. Хотя у меня, в принципе, она не лагает сейчас. Ну, фиг знает, может быть, так и делать. Куда ты делся-то вообще? Так, это бесполезная вещь вообще, я считаю. Знаешь, тебе. А как использовать вещи, которые скотина. У меня в руках с геймпадом? Вот типа X. Ты справа-влево видишь. Все, вижу. И там X потом нажимаешь. Блин, ребята, я столько полезного нашла. Я даже не знаю, как теперь это использовать. Ребят, если я возьму бензин, то наверняка я. Это самое. Тёма, он там рядом, а два дома, бензин? В каждом да, по женщине. Да, мне чат пишет, что я бензин где-то мне пропустил. Нет дела до женщин, ты, он где-то женщину. Там, откуда ты прибежала, потому что да. Я тоже его там видела. Но он далеко, он реально далеко. Да твою мать! Чё он орёт, сука? Привет. Ты знаешь? Господи, как использовать рацию, ребят? Кого? Рацию, я не знаю. Это типа, если я найду рацию, то мы можем с тобой вдвоем как-то общаться. Вот, я тоже нашла рацию, я ей брать не буду. Ох, паскуда. Ай, блин, извините. Господи. Быстро играю. Если я пойду нахер, то я пойду нахер с тобой. Твою мать. Не, лаги все равно, это не за... Я не знаю, за что это. Ооо, скотина. Че, все? Я мертв. А у нас не показывают. Я и так скажу. А кто в двухэтажном доме? Не знаю. Я в лесу бегаю. В лесу, говорит, бегаю. Я бы видела, если ты в лесу бегала бы. Кого ты пытаешься обмануть? Лес большой, Артур. Ну давай. Лес бы. Ой, смешное слово. Артур, я только тебя, конечно, не вижу, но... Ёбля! Тихо, стой! 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 Подожди, не делай резких движений. Я тут. Получи! Ты ответишь мне за этот глаз, он был любимым. Нет. Нет. Даша, беги. Я бегу. Господи. Только не ко мне. Спасибо. Ой, я устала уже. А на сколько секунд вырубается Джейсон? Маньяк, Артур. Не знаю, на сколько. А ты... Это нечестно. А ты можешь, Артём, наблюдать за нами, нет? Да. Тёма, смотри ты за тобой. Ты дура, что ли? Дура, зайди в квартиру, блин. Таня, беги отсюда. Не туда! Да не туда! Нет, ты меня не поймаешь! Нет, господи, ты не поймаешь! Я же тебе говорю, не ко мне! Вырывайся! Не ко мне! Захлебнулась кровью. Жесть. Я еще вижу, Даша мимо меня пробегает, говорю, не беги ко мне! Разолазь в квартиру! Лиза! Так, это, кстати, вот это. Да. А, вот тут уже кто-то любезно позакрывал дверь. А кто играет за мужика, я не понимаю. Я. Ты? Да. Я слышу, как это пришел мужик на помощь, кто-то же позвонил. Да, я позвонила. Прикольно. А что, где он есть? Ну, Таня за него играет просто. За этого мужика теперь. Да, Таня, ты теперь играешь за этого мужика. Какая рожа. Ага, я как раз камеру переключил. Здравствуйте всем. Подождите, а если я вызову этого мужика? Мужик, приди ко мне, спаси меня. В смысле, это же Таня. Я пришел. Да не ты! Таня, ищи. Нет. Все, что можно. А что, Таня выжила, что ли? Ну она этот мужик теперь. Ее убили, она теперь за него играет. Ну давай. Нет, ладно, я придумала. Я пойду утоплюсь в озере. Нет, что ты устала, дура? Что ты устала? Я устала. У меня нет вообще никакого притока адреналина.
Дора, беги! Беги! Даша, смотри, у меня из спины торчит позвоночник. Хочешь потрогать? Нет, не хочу, иди в жопу. Хочешь потрогать мой позвоночник? Давай, женщина! Какого черта? А че я не могу под мост залезть? Ну какого хера? Она ножик мне воткнула в шею, в смысле? Откуда у нее ножик? Глаз выбила шею. Откуда у него шея? Откуда у него шея, да? Даша? Нет. Нет, Даша, тихо, присядь, типа, не пались. Да куда делась-то? По-моему, это глупая идея, Тём. По-моему, у тебя видно. Красные штаны, блин, на всю локацию светятся. Шаровары. Слушай, Артур, это вообще какая-то имба. Где он есть? Это вообще законно? Бля! Быстрее, беги! Да быстрее давай, дура, что ты, блин? Господи, Даша, я тебе говорю, не беги ко мне! Чего ты меня преследуешь? В смысле, ты вообще-то, Таня, должна спасать всех, у тебя ружье есть. Я тебя спасу сейчас. Да-да, давай. О, а это труп чей-то. Чей же это труп? Твой труп? Да, это мой труп был. На нем не было ничего. Чё, дверь такая крепкая? Даша, раздевайся и залазь, завешивайся шторкой и принимай душ быстро. Просто раздевайся. Тёма, этого будет достаточно. Не будет. Тихо. Это вот Даша. Да ты не в доме уже, господи. Так, а белая ищи, точка ищи, на карте ищи, это кто? Это Таня. Это я. Тихо в саду. Димы и Евы пока нету. Может быть будет позже, может быть и нет. Не получается у них. Кто-то орёт. Ищи, ищи. Ищи ключи. А чё ключи-то? Бензина-то нет. А, бензин. Бензин тогда ищи. Макс, спасибо большое. Твою мать! Я его потеряла из виду! Он телепортировался. Да, вашу мать! Да. Беги! Что беги, ты что стоишь? Ты дурак! Беги! Господи, он целится! Почему он целится? Куда ты стрельнул вообще? Он вообще неадекватный! Я ключи нашла! Даша, у тебя нет спасителя! Таня, а ты что, машину собрала всю, что ли, нет? Да, конечно. А что вы мне говорите, ключи искать? Не знаю. Ну и остальное потом, для начала ключи. Куда делся Артур? Я все время рядом, не волнуйся по этому поводу. Я очень волнуюсь, потому что этот персонаж, по-моему, в ступор впал. Он... Его чуть не... Ой, я что-то... Ты что ты за управление такое, дура дебильная, зайди ты... Господи, что, где? Чё она орёт? Ребята, вы чё, ребята? Она типа трупа испугалась или что-то за истерика? Ну да, я так понимаю. Короче, она. Ой, блин. Заплыв шмеля. Этот где-то рядом. Не говори, что он плывет за мной, пожалуйста, не говори, что он за мной плывет. Он вообще вроде как воды боится, там все дела. А, не ори! Просто плыви, просто плыви, просто он плыви. Он не умеет плавать, Таня, он ходит по дну. У меня... Таня, обернись, Таня! Таня, смотри, обернись. Нет! Отойди от меня! Ну, обернись! Ля, выходит. Уходи! Так, слушайте, одно радует озеро, где-то до хера далеко. Я убегу от тебя. У меня какой-то слабый пацан, но я убегу от тебя. Да, блин, я смогу! Нет, не убежишь! Я смогу! Я смогу! Please, no! Please, no. No, please. Please, do. Please, please do. В смысле ты меня киданул? Куда ты? Зачем? Ау! Ну где же ручки? Ну где же ваши? Твою мать. Нихера себе. Чё, помог? Никто дальше тебе не поможет больше. Наступил. И прошел такой. Охеренно. Капец. Я спряталась в самом надежном месте на свете. Даша, ты знаешь, что ты мне не изображаешь карту? Что-что?
Не отображаешься у меня на карте. Это слушайте, это а может прекрасно. Это имба место, я не знаю. Сидишь, короче, тут у тебя на карте, и он тебя не видит, маньяк. Я думаю, не это стоит ему доверять. Это какая-то херня. Ты же знаешь. Даша, не дыши так. Тебя слышно за 3 километра. Простите. Даша, не бойся, все будет хорошо. Ты же где-то далеко? Я тебя пока не вижу. Да? О, все вижу. Учитывая, как она стонет, ты ее можешь услышать. Ты меня не видишь. Тит. Что там делает? Я не знаю. Он меня не видит. Он врет. О, наврал. Нет ручек, нет печенек. Нет ручек, нет печенек. Папа, ну я же хочу мультики. Нет ручек, нет мультиков. Нет, какой нет мультиков, нет печенек. Артур, ты меня либо убей, либо я не знаю, либо просто уйди, здесь запах просто невыносительный. Невыносимый. Что делаешь, что ли? Невыносительный. 2 минуты осталось. 2 минуты, все, я сижу, короче. Сиди спокойно, когда в жизни. 2 минуты осталось. Таша, Таша, да, дорогой. У нас мало времени. Я знаю, милый. Нам с тобой нужно спешить. Даша. Спеши. Спеши, 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 милый. Мне надо. Даша, где же ты? Я не знаю. Я правда не знаю. А ты, кстати, когда сидишь в шкафу, там можно задерживать дыхание, да? Да. То это типа он не слышит, что ты там, да? Ну, если он не откроет, то да. Но там дыхание очень быстро. Он может разрушить этот шкаф просто. Он, да, у меня так дыхание закончилось, короче, и у меня персонаж такой, фак, там что-то начал, короче. И он тупо вместе со шкафом меня разрубил и все. Один ударом. А Диме, я помню, он голову просто кулаком снес сегодня. Да, вообще да, круто, да. Было. С кулака башку. Даша, ты не можешь выжить первый же раз. Я смогу. Что? Бля. Артур, осталось 45 секунд. Дай мне досидеть на толчке, пожалуйста. Ты меня видишь, да? Серьезно? Ой. Головой унитаз. И ушел. Куда ты ушел? Гулять. К маме. К маме пошел. Я сижу довольный такой. Mommy has a good boy. Занято, да? Занято! Хороший был. А кто тут это лежит? Это мама его. А, труп? Рядом. Труп, не знаю. Она же в первой части. Нет, там труп лежит какой-то рядом. А, это папа, наверное? Да? Я давно смотрел. Ну ладно. Жух это труп, да. Мёрдерит, 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 мёрдерит. Нет, сегодня не будет ЛЦП Биошок. Что там, кстати, ключи? Кто-нибудь проверит, нет? Или я пойду проверю? Я пойду проверю сейчас. Пойду проверю. Нет. Нету еще. Ну ладно. Странно. Ого, текстурки. Так, 826. О, у меня 3-й уровень, отлично. Вообще. А у меня плюс вейт. Так, я контину. 3-й уровень, мне костюм дали. В смысле, чего у меня не 3-й? Я это уже играю больше, у меня до сих пор 2-й. Мне дали костюм на Джейсона новый. Потому что ты играл за моим. Бету можно получить на сайте игры, сделав преордер, и где-то через часик вам пришлют ключи. 5 штук. Так, это нельзя, да. Через сколько часов? Ну, через... Нет, через парочку часов, может, через... Мне через час прислали. А-а-а. Так, а что тут? Как качаться здесь, слушайте? Ну вот, я зашел, у тебя есть CP-очки. Да, и там написано 4. Стоимость чего. Какая. Кто следующий маньяк? Таня, будешь маньяк? Да я ж не поймаю никого. А там просто. Поймаешь.
Можно так, быстро я плавать. Ready. Ну вот у меня есть 4 очка, я могу что-нибудь. А это что такое? Спрей какой-то, это типа хилка, наверное. Да, да, лечение. Да, да. От насекомых. О, я могу быстрее бегать. Слушайте, я маньяком потом буду. Я вот эту девку хочу. Ладно, я не буду пока тогда ничего качать. Я буду это самое. Так там за уровни можно девку. Я Риди. Да. Да. Я потом, ну, буду, имею в виду, копить очки, а потом прокачаю эту девку. Игра стоит 40 баксов. На сайте. Что? 40 баксов. Ой, голая деваха в озере. А, у нас уже была. У меня чуваки какие-то тусят. А у меня Джейсон с топором какого-то мальчика насилует. Нашу маньяки. Ну, я в следующий раз буду маньяком, окей. А я не вижу. Подожди, сейчас я никого не поймаю, не волнуйтесь. Таня, сейчас она загрузится. А, она должна появиться, да? Да. Типа, обычно просто... Я не прокачала специально, ребят. Че вы? Нет, Даша, ты перекачана уже. Перекачана. Я ничего не буду Тёму спрашивать. Он у Тёмы заходите и пишите. Тёмочка захочет, сам ответит. Даша, не секретарь. Вот. Тёма, это всем, кто пишет Артёму. Все, все готовы? А, мочный счет еще здесь. Хорошо. Слушай, так, вот сейчас будет реально топово, вот потому толпой, что мы знаем, что делать. Толпой круто, блин, конечно. Хочется больше людей. Побольше народу было. Осталось дождаться, круче, когда игра выйдет, я думаю. Там если еще... кто из наших подписчиков с игрой, вы там напишите, может, в итоге что-нибудь организуем, кстати, тут 10 человек вылезает. Да, ребят, у кого если игра есть, то пишите как-нибудь там. Стрим. Если нам пришлют ключи еще парочку, то мы позовем Полину с Кириллом. Ой, не, с Алексом. С Алексом. Это рожа. Да тут я, тут, фарвард. Я никуда не делся. Я просто проверял. Так, я... Ключ надо купить, ребят. 40 баксов стоит предзаказ, и вам дают 5 ключей за него. Ого, тут на такой молодец. На официальном сайте игры. Так, вот машина. Видите, здесь нужна батарея, бензин и ключ. Чё умеет Джейсон? Биться, хватать. Хватать правой кнопкой мыши. Я на геймпаде. Это левый что-то там. На единичку этот, как его... Ну, я не знаю, что там у тебя на геймпаде, но, короче, на единичку у тебя скоро восполнится зрение. Оно, если кто-то снаружи карты, в общем, ты видишь светящуюся точку красную, оранжевую. А если кто-то внутри здания, то все здание светится. Вот. Каракуша, мать твою. Так, ну Таня же не может так быстро уже то самое. Она может. Нет, не может, не может. Нет. А он не умеет бегать? Он умеет быстро ходить, да? Да, и у тебя на двоечку будет телепортация, ты выбираешь, короче, момент на карте и... Дратути, чё ты припёрся-то сюда? Пойдём туда, там хера нет. Ненавижу тебя, блондин. В смысле? Я такой весь на манжетах. Ты посмотри на мою рожу. Натуре Кончита Вюрстовна. Ты знаешь, что ты... Тём, ты знаешь, что кнопка... А ты на геймпаде играешь, да? Да, я играю. Так, ребята... Есть что в этом духе? Не знаю, тут еще нет. Алекс, привет, спасибо. Что? Смотри тут какое, вот это вот, смотри, вот такой, берешь такой, держишь кнопку Е, и он такой, чик, закрыл. Да, а потом такой, берешь такой, такой, опа. А толку? Так, блин, это охереть, как долго ломается, удар в 10. В смысле? Надо, это что было? Я смотри, тут нашел. Такая... Кочерга, смотри. Я нашел, что знаешь. Что ты знаешь-то? Ребят, я ценой своей жизни. А. Да блин. Да, ценой жизни, что ты там делаешь? Кое-что делаю, говорим. Важное. Говори нам важные дела. Да блин. Вообще не палимся ни разу. Блин, я хожу медленно. Ничего, у него нос быстрее закончится. Ну и ты телепортироваться можешь. По всей карте. Я не умею. Даша, умри мужественно. Умри. Мы бы тебе помогли, но мужчины заняты важным делом. Еще одна сигналя. Ребята. Что, ребята-то? Меня вот так Упили. Утопили меня. Утопили? Я нашел рацию.
Таня вышла такая из воды. Не бери петарды, ты канистра, опять... я не знаю, по-моему, да, упала. Быть. Иначе какой же это Новый год? Господи, а кто играет за Кончиту Вурст? Ты взял оружие? Вон, Тёма, смотри. У тебя такие шортики, Тёма. Да, сексуально. Пойдем, где оружие? И гольфики. Бита вот лежит тут, в этом. Вы что, будете на Тане с битами, что ли? Сейчас мы ее бить пойдем. Около камина, если что, лежит это, как кочерга. А что, вы будете вдвоем ходить, да? Да, у нас тимплей. Нет. Блин, а карта насколько большая? На России, я не помню, какой. Не, ну, места хватит. Карта большая очень. Так, короче. Тут тоже можно, кстати, забаррикадироваться полностью. О, тут хил есть. Хилка, да. Я возьму. А за мной вы не можете наблюдать, да, если вы умер? Нет, 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 не можем. Так. Главное, мужики вместе бегают, а наш одну оставили. Вот именно, да. Капкан, капкан, поставьте. Вы поставили капкан? Как можно было вообще умереть вот так вот? Не знаю, это... Слышите? Вы вообще меня одну бросили, блин. Вообще-то Даша пыталась залить бензин. Да, я вообще-то собиралась заливать бензин и стояла в машине. Ну ты залила бензин? Нет. Ну, блин, и чё? Ну, потому что смысле, Таня там? Вышла. Артур, чё ты делаешь? Да, блин, будешь там проветривать. Залей свой кнопку, господи. А, нажми просто, и всё. Басков и Киркоров в чате пишут. В натуре, смотрите на них. О, а как ты так быстро бегаешь? На шифт я бегаю. Чёрт. Так, а ты чё, на клавомыши играешь, Артур? Да, ну, удобно ж. Я на геймпаде играю. Так дверь закрыта! Твою мать. Ты как меня открыт? Закрыл, я тут был. Так тут уже ничего нет, значит, чё вы... Да, я ж здесь начинал. Лазят, вылазят туда-сюда. Слушай, ну когда маньяк первый раз играет, оно ещё есть у людей шанс. Ну да. Когда он разберется, уже все, уже нет шансов, он реально ОП какой-то. О, моя прошлая нычка. Ага, только хотел сказать, то самое место. Такое вообще ничто не предвещало, короче. Натуральный блондин на всю страну такой. И, кстати говоря, баррикадируйте сразу двери. Тёма, значит, ты в одну вышел. Я хотел туз. В одну вошел. Что это было? Это сложно для меня слышать. Кто радио включил мозг? Слушай, такой домик топовый. Может, вы выключите радио? Я не знаю, ребята, оно как-то привлекает, по-моему, внимание. О, господи. Нет, не подсказывай. Слушай, почему я типа Таня дура, услышит радио на карте и не поймет, что тут кто-то есть. Я вообще не могу ничего найти. Кто там рядом? Я тоже ничего не... Я говорю, я в первый раз... Нет, это не ты. Я в первый раз ружье нашел, потом сразу же нашел еще одно. Это что сейчас было у тебя там? Это я лбом ударил себя в лестницу. Ты Золотое мачете, золотое. Ну, золотой, наверное, не разрушается. Ага. А что, здесь есть золотой мачете? А что ты полез, Тёма, куда? Я не хочу здесь быть, да. Где я? А. Чё ж высоколато? Я не могу обратно залезть. Такие глаза у Киркорова испуганные. Не знаю, мне страшно на них смотреть. Смотри, он следит. Он следит. О-о-о. Чё это было? Вы слышали этот звук? Да. Кто-то кричит. Это ты, Артур? Господи, господи, господи! Нет, 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 нет. Прости, но я тебя должен. Даша, Даша, посмотри на меня! Я вижу. И чё? Я вижу твой пах почему-то. Я не знаю, мне постоянно камера твой пах. Артур, пошли в те дома, где ловушки. Ты кто так? О, я со второго этажа могу спрыгнуть-то! Давай, 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 сигай, сигай. Да на керану мне надо, вдруг она... Нет! Думай, я ненавижу это! А что происходит? Что за... Оказывается, не меня убивают-то. Таня за Тёмой, оказывается, гонит. А Таня, я думал, за мной я так испугался. Ага, да-да-да. Жесть. Тёма, ты не успеешь немного, Таня, копать? Я успею быстро. Блин, радио я хоть ранила. А он не умеет лазить через окна, да? Радио мне включил, спасибо. О-о-о, ты где? Ты чё тут? Почему ты тут, Таня? Здравствуйте. Паника. Нет. Рожа такая. Слушайте, у Баскова рожа как в заставке, когда появляется маньяк. Эй! Музычка!
А кто с икло побежал? В смысле, с икло? Он выживает, пытается. Артур, это забор, ты не можешь ничего сделать. Это тактика! Куда ты полез, дебил? Назад залез. Я выдохся! Да не ви! Вот так. Артур, это у тебя лицо, я не могу просто жить. Я сам не могу! Я уже не могу смеяться, мне плохо. Блин. Ну облучи! Жесть! Anyone, please help me! Что это было? Куда он улетел? Я как-то сломался странно. Таня просто тебя рубила, а там можно было бы поймать как-нибудь вроде. Я пыталась поймать, у меня не получилось что-то. Ты просто правую кнопку рядом со мной нажимаешь. У меня нет правой кнопки. Тёма, а чё ты весь в крови? Геймпаде все кнопки левые. Потому что мне ударили, блин, топором. Через окно. А, поэтому? Ясно. Умер Артур, да? Да. Таня меня убила. Мачете. Сколько осталось времени, интересно? Не вижу. А где можно увидеть? Это я вот сам не пойму. Тёма, давай. Единственная. Моя. Моя. О, давай, Тёма. Лежи. Тихо. Что за звуки? Кто-то в кустах там напыркал. Кстати, если спрятаться где-нибудь, то, наверное, есть вариант выжить. Вот как я сидела, наверное. Я только вплотную подошел. Что такое toggle HUD? Выключить, включить интерфейс. А где Таня? Чё, Тёма, делаешь? Да, Тёма, что делаешь? Вытираю носки. Мы можем этот нажать Space и камеры просматривать лагеря. Угу. И таким образом пытаться найти. Да, лагеря! Я буду за маньяка играть. Следующий. Вот сейчас доиграем. А сколько? Попробуем. Блин, где посмотреть время оставшееся? Не знаю. Таня, ты ищешь его? Я знаю её. Я, кажется, слышу. Чё-то. Ой. Ау! Чё, порезалась, что? Ау! Маньяк такой. Больно. Ау! Ау! Она в капкан попала наверняка. Это мой капкан, он сработал даже после моей смерти. Тихо. Да не боли. Ты не дыши, ты. Кто там? Ты куда ты полез? Ты куда полез? Хороша, посмотри на его. Давай, Кирку. Боже мой. Рот закрой. Это что за звук был? Не знаю. Твою мать, беги, задрот! Ты типа устал уже, нет? Ты выдох? Ну, нет, наполовину. Я не знаю, как ускоряться на геймпаде. На геймпаде правую сиську вперед зажимай. А, и, да? Да. Левую, точнее. Левую, точнее, да. Не правую, левую. А, так я бы тогда уже 80 раз выжил, если бы знал. Чего, что-то я же сказала уже 10 раз. А ты сказала триггер тогда. Я триггер нажимал. Ой, триггер, я перепутала. Я такой думаю, может, это особенность вот геймпада. Вот это он бежит, посмотрите. Я надеюсь, что тут, конечно, многие вещи переделают еще. Это бета. Так скажешь, анимацию переделать еще будут. Да, надеюсь. Я хочу новые карты уже. Мне хочется какую-нибудь Уже хочется. Мне очень нравится, мне почему-то игра нравится намного больше, чем Dead by Daylight. Я в Dead by Daylight много играл. Здесь карта большая и крутая. Нет, она не просто большая. Она здесь похожа на реальное место, где люди могут жить. Они тупо какие-то блоки, между которыми ты бегаешь, и вот это вот все однообразное, и как-то тупо крюки не в тему стоят по карте какие-то. Тупо как. Не, ну там она чисто геймплейно сделана просто, и все. И в ту наигрался уже. Да, в ту мы уже наигрались, реально. Я в зале в нее там довольно много времени убивал, сидел, играл. Качался. Без нас. Представьте, Тёму с таким лицом пишет. Ну такое и есть. Ты сразу двери везде закрывай, там. Таня! А ты где? А тебе все скажи. Я Тёме сразу скажу.
Нет. Как ты там говорил? Я всегда рядом. Мне кажется, или она знает, где Тёма? Почему она так уверена? Я уверен. Вы же знаете, что маньяку видно, где примерно, если он не слишком далеко. Я ж не знаю, я не играла за маньяка еще ни разу. Я вообще не знаю, как у него работает все там. Ой. Кажется, кто-то что-то сломал. Ты не беги! Где ты задыхаешься, я не пойму. Блин! Убежал! Нет, я лежу под кроватью, ищи мне под ним. Ты очень сильно порезался, не рекомендую так делать. А, да? Да. Я просто и так уже весь в крови был. Я уже не могу ржать, у меня жрали, живот болит, рот болит. Ну, да. А вот эти ключи нельзя брать, да? Нет. А, да, это какие-то спрайты вообще ключи. Это мне писали, когда я ключи на машину не мог найти в первую серию. А мы тоже ты... сегодня сидим такие, да вон же ключи. Тёма, господи, утопись. Я долго буду за тобой гоняться по этому гребаному лесу? Ни малейшего понятия, надеюсь, что до конца жизни. Чьей? Сколько минут осталось, интересно? Твою мать! За ногу! Ох, это рожа! Беги даун! Что ты делаешь, сука? Он ногу подвернул. Все. Не пытайся отбиться, это очень неплохо. Ты шкопов не вызвал, чё-то. Ну все, тварь. Вот тут-то ты и допрыгался. На! Да, фига! О, вырубил! Такая рожа. Я тебя найду. Ты ненадолго убежал от меня. Как у тебя с первого раза получилось попасть вообще по ней? Чё ты разорался? Да он потому что яйцами на стекло битое, там же стекло разбитое, там перелезать не стоит. Как яйцами на стекло битое? Да здесь тупик. Тупик. Тёма, тупик везде. Смирись, Тёма. О, господи, нет, я буду жить. Залезь в какой-нибудь шкаф, я не знаю. Это не поможет. Твою мать. Ну, сволочь, на! Я не знаю, икс? Икс хватать? Я не знаю. Я не знаю. Я не играл. Никто из-за маньяка не играл еще. Я пытаюсь. Оно, когда хватаешь, анимация проигрывает, что он рукой такой хоп-хоп, короче, ну, да. Пытается схватить. Слушай, что, еще хочешь? Еще хочешь? А, все, я поняла, что хватать. Тёма суров вообще, да. Тёма, давай за ней начинай гоняться, короче. Ой. О, Ваня, молодец вообще. Нет, вырывайся, вырывайся, скотина, где-то вижу. Блин. Молодец, и втащи теперь. В смысле, я вырвался? Да, Тёма, беги! Беги, Тёма! Я думал, в руках его нет. Таня, давай, сделай это, уже домучи его. Сможешь перемещаться. Не трогай его, не трогай его. О, господи, выживи, придурок. Чё ты бежишь, тюфяк? Одно слово, румын. Так он дебил. Давай гоняй, короче, вокруг этих, вокруг диванов, пока она не устанет. Не-не-не, я вообще считаю, нашел альтернативный выход. Я считаю, что Таня заслужила победу, елки-палки. Она его уже столько раз ловила. Я вообще, в смысле, ловила два раза по щам дал. Один раз поймал это. Ломи давай через огород, тварь. Блин, оружия нет, это плохо. Черт. Рядом, да? Наверняка. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, где она. У меня интерфейса нету, короче. Унитазы, видишь, стоящие? Вот там она. Хорошо, я их не уже вижу. Что вы не подсказываете? А, я все, я ее увидел. Ну, конечно. Так-то и я могу. Не подсказывай. Так-то мы добрые духи такие. Ну, в смысле, я так-то и все равно... О, это все, походу. Он еле уже идет. А в кустах еще запрыгни в окно, тварь! Да я выбила! Нет! Нет! Да чё? В смысле? Чё произошло? Всё, а мне сломалось что-то. У меня тоже. Уу!
Это было неплохо. Come to mommy. У выживших вообще есть шанс? Мне кажется, жуткий дисбаланс. Есть, когда... У выживших вообще нет шансов в воде, на самом деле. Джейсон в воде перемещается намного быстрее. Да? Вообще нам надо... Я просто не поняла, как ты меня поймала, нет. Потому что ты была так далеко. Когда ты, Таня, плыла в воде, ага. Я не мог тебя догнать. Ты вот этим чуваком серьезно? С оружием плыла, как я не знаю, как этот мотор такая. Это, мне кажется, от персонажа зависит. Я просто этот хочу сказать, что я думаю, Джейсон такой сильный, потому что он рассчитан человек на 10. Да, что ему за 20 минут нужно поймать человек 9. Окей. А у меня нет, у меня не заглючило, у меня Таня его ударила, и он типа этот упал. А у меня заглючило. А вообще. У меня сразу после удара, короче, заглючило все. Странно, странно. Внутри. Так, блин, ну давай, Даша. Не дали мне до конца опыта этого. Таня, это как хватать, какая кнопка? ЛТ. Ага, левый триггер. Контину. Контину. В смысле, а что у меня не работает? Контину. 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 А, чё это у меня вообще открылась страница игры, зачем? О. Эй. Дайте мне маньяка. У меня получёрный экран какой-то. Надеюсь, в игре будет всё нормально. У меня персонажа не отображен. Я опять хочу. Блин, не могу качаться. У меня народ, я видео выпустил, народ лежит вот с этого постоянно, когда оборачивается блондинчик такой. Это просто вообще 10 из 10. Чисто из-за этого можно игру купить. Я буду Киркорову. Ой, Баскову, он гениален просто. Так, я что-то... А Даша сейчас маньяк, да? Подождите, да. Так, я рэди. Так, я себе тут сцену добивания купила. Только как их пользовать, я что-то не понимаю. Там, когда хватаешь, у тебя появляется на этом, в общем, какую кнопку нажмешь и какое добивание будет. Ох и да. Слушай, хоть раз надо полицию вызвать, машину, но это, я думаю, опять же, нужно, чтобы народу больше было. Да. Или чтобы Даша за маньяка играла. Да, ну, а что там, ключи никто не смотрел? Да, кстати. Да никто вроде не отозвался. Почему? А, да, давай я посмотрю. Посмотрите, а, кто-нибудь. А, в этом ВКонтакте? Угу. Ну, у меня типа есть, Димин, телефон. Зачем беспокоить, если у меня там ребенок что-то плохо сделал? Ну, да. Ну, не то, что плохо, а просто проснулся и достать немку. Да. Прикольная картинка. О, у меня голая девушка. Голая девушка. У меня опять Джейсон с топором. Мужика давит. У меня тоже Джейсон с топором. Так, ну что? Джейсон! Шон! 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 О, смотрите, смотрите. Худа! Ну, это Metal Gear, это ладно. Да, ладно. Что такое? Сейчас будет топово. Higgins Habit. Вот опять эта рожа. У них вечеринка в самом разгаре, они прям... Да, веселье просто дико. Без похмелья. Даш, ты... Апчин такая! Боже. Девочки, убегаем! Быстрей! Быстрее уходим! Так, hunt down everyone. Что-то тут обучение. Агеева. Calm down, everyone! Cool down, а, я типа everybody. На острове живу, что ли, да? Я самое доброе привидение, я живу на острове. Не, реально, я на острове появилась каком-то, типа с хатой. Да, это остров. Ну, типа, ты там живешь. Да. Отлично, а что, у меня карта... О, я реально хожу по дну. А у меня карты нету, что ли? Нет. У тебя есть карта, но она появится чуть попозже. Её нужно открывать еще. У тебя постепенно набираются эти навыки твои. А вон, ЛТ хватает, я вижу, да-да-да. Машина, я так понимаю... Чи-чи-чи. А? Чи-чи-чи. А! 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 Тут неплохая нытья как-то. Ты хапай! Я вижу кого-то. У меня есть радио. Везет тебе. Ну чё, сучечки. Так у вас нет нихера. Где вы? Я вижу кого-то. Я тебе даю гарантию, что она видит меня с моей кармой, короче. Мне кажется, это меня, потому что я чё-то... Чё за грохот тут, ветка?
Мне кажется, мне пора бежать. Шум дикий. Джейсон. Я кого-то только что. Джейсон. Спасите ее, помогите. Твою мать, не тронь меня. Иди сюда. Ну уж нет. А что-то... Вот я вызвал типа... Томми Джарвиса. То есть теперь, когда я погибну, я буду играть за мужика с ружьем. Ей! Не там факт, что ты будешь играть за мужика. Ну да, кто-то... Вызвала Даша, например, а появилась я. Ясно, ясно. Ну ладно, будем знать. Ну, просто потому, такой что ты умерла раньше. Такой ветка, ну, да. Эта музыка нагнетает. А вот когда в спектакле смотришь, оно так тупо, ни музыки, ничего. Все атмосферу рушит. Я надеюсь, они это изменят. О-о-о. А вот это RBX, это что такое? Ты что, я чуть не обосрался. Аптечка. Что у вас там происходит? Я вежливый маньяк. Стою в доме, слышу сзади. Я оборачиваюсь. Тут тело с разгона пробивает башкой, короче говоря, окно. И падает на пол, такой отряхивается. Такой, привет. Ой, господи. Смотри, не вступи, я капкан зарядил. Нахера ты его тут поставил, у стены? Ого, я могу... Фига. Я могу стены ломать. Айдана, спасибо. Ну да. Да убери ты его. Да я сейчас вот тут поставлю, слышишь? Ребят, я к вам хочу. Давай. У вас не есть надо. План, которому вы придерживаетесь. Нет, Артур, я открыл. В смысле? Музыка играет? Да я закрою дверь, сука, пожалуйста. Зачем? Открой дверь! Господи. В смысле, а чё? Беги! Да беги, куда ты... Я не могу, я тут цикл. Вы теперь вы на меня бежите, уходите. В смысле вообще? Нахера я в коме выстрелил? Что за лес? Я текаю. Ну быстрее давай, беги, Тёма! Я не поняла, почему он не убил? Что за крики? Я уже в противоположной стороне. Молодец. Я сейчас свалюсь, по-моему. Я не могу выйти, вы меня забаррикадировали, сволочь. Честно, выйти не могу. Такая дичь была сейчас. Я не поняла, почему я не убил это? Я нажимала кнопку. Я с паники внутри помещения сигнальную атакировал. Ой, господи, я не могу. Господи, как тупо. Почему ты через забор перелезть не можешь? Женщина! А чё ты, чё ты... О, твою мать! Залезь в шкаф, он тебя не видел! Не дыши. Нет, не вздумай! Тёма, чё? Я мёртв. Да! Слышали? Сочи. Меня зарубили в шкафу. Кто ещё хочет познакомиться с Джейсоном? Отстой. Кто ещё хочет? Я хочу. А кто ещё хочет? Я хочу. Артур, ты что-нибудь для машины нашёл? Да, себя. Это ладно. А ты умеешь водить? Вот, посмотрим. А я вот умею. У меня ножка была. Так, а ну подожди, я хочу попробовать телепортнуться куда-нибудь. А ну-ка, вот это вот всё. Я надеюсь, не ко мне. Я тебя, конечно, люблю, но я не буду рада тебя видеть здесь. Ну, не знаю, я куда-то... Артур сам как маньяк ходит с этим ключом. Умиротворение на лице такое. Проблема в том, что Даша куда-то вот это вот. Зачем ты сюда пришла, вот куда-то? Это походу, когда он делает это. Эй, тихо! Нет! Не тривай, не тривай. Ой, голову ты не трогай! Я же такой красивый! Да, получи. Блондинчик получил по своим заслугам. Таечка! У нас есть мужик. О, я теперь мужик! Э, а я же. Таня! О, Таня такая красивая. Я с тобой, Таня. Блин, Таня просто стоит. Не набралась способности.
Вот это у Тани фигура. Вот это я понимаю. Гораздо приятнее смотреть за Тани, чем за Тёмой. Ну, Тёма такой. У меня так-то тоже фигура была топовая. Тани, чё ты? Ты в смысле, это тактика, да? Отстань! А у меня не мужик этот двери не умеет открывать. А что это такое, слушайте? Опа! А чё он двери не открывает? Слышите, нихера? Ребята, я могу... А, потому что их закрыла, ты возле меня? Слышите, чё? Я с... Так я и в окно лезть не могу. Маньяк всё. Может ломать генераторы сзади домов, типа такие генераторы стоят. Свет тушить. Да, ставить. Свет тушить, и видать раз, что я так сломать. Да. Тёма, если ты около Тани был, то ты можешь этот, она сейчас дверь откроет, и в общем... Я, в общем-то, да, понял. Я тебе сейчас входную открою, ты, вот да, возле которой ты сейчас ходишь. Я не могу вообще взаимодействовать, я не знаю почему. Я открыла тебе дверь. Как бы кнопка заходи. Подсвечена, я не могу. Заходи. Кнопка как бы подсвечивается, а взаимодействовать я Артем, ни с чем. Артем, если не зайдешь, тебя сейчас запру там. Да я не могу зайти, говорю. Тут нет, я тут дверь открыла! Да при чем тут открыла? На! Я даже с открытыми. Я не знаю, может быть они где-нибудь... Заходи. Может они где-нибудь... Вот, мне кажется, тут. Ой. Ося! Ахаха! А вы где-то здесь, интересно. Так. Ой, тупая женщина! Да, блин. Слушай, закрой, да, да. Где вы? Это, если что, учитывайте, что там слева еще дверь входная открыта. Ну там да. Надпись «Экзит». Артём, а что ты её не закрыл? Это потому что ты не умеешь взаимодействовать. Я не умею взаимодействовать вообще ни с чем, ни с окнами, ни с дверьми. Не знаю почему, может это баг какой-то, а может где вы? Чё это я вас не вижу? Вы персонаж не умеет закрывать двери, короче. Да, да, да. А чё вы этот, Таня, там засов его поставь тоже. Там тоже есть? Да, 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 да. Так, ну они в каком-то шпарсия. Доме баррикадируются, надо их найти теперь. А я могу машину сломать? Нет? Нет. Не хватало еще. Я пыталась уже. Я била эту машину, и была на страхе. Это типа баг пишут. То, что Тёма мне может... Ну ничего, я за тебя буду всего, дверь. Да. Я за тебя двери буду закрывать. А если что, буду в упор стрелять? Стреляй только в голову. Таня, спокойно. Главное. А я типа, если сможем. Они в доме, я что, типа их не вижу, что ли? Или что? Ты видишь, дом светится красным. Ой, тут я лежу. Что ты кричишь? Что же вы кричите? Дратуй, лысая башка. Иди сюда. Тянь, они пошли в другой выход. Все двери позакрывали. Серьезно? Что? Маньяк такой на цыпочках убежал, а они стоят, смотрят на него. В смысле? Ой, прости! Спасибо. Так, а ну-ка выходите оттуда быстро. Сейчас. Давай, Тёма. Пока бесполезно сквозь дверь стрелять, я стрелял не вообще, короче, ноль эмоций было. Таня! Таня! Тёма, ты убил её! В смысле? Я попал! Ты отомстил мне! Тёма! Ты нормальный! Капец, тебя от выстрела унесло, Таня! Так главное написано, что Джейсон оглушён, ну и Таня... Я в шоке! Я охерею! Вот это был топ! Какой лом вообще! Пипец! Можете на стриме глянуть, вот как там это выглядело. Да, да, конечно, конечно. Ну, уже, наверное. Давно затаил, ой, понятно. Блин, не, ну, конечно, битой втащила, чё на что она еще рассчитывала, серьезно. Не, вообще-то это было тупо. У меня лицо заболело. Тёма, помогать, да-да-да. Что ты бежишь, иди отсюда. Иди сюда. Чё я не могу через забор перелезть, долбанный Джейсон? Так через забор и мы не можем перелезть. Ну, да. Он поплыл, по-моему. Это было эпично просто вообще. А где он? Развод, пишет. Нет. В смысле, куда он делся? Джейсон тоже в шоке был. Да-да-да, он такой типа... От такого. Ну в смысле такой? Чего он у тебя рожа? Тёма теперь тролль. Живёт под мостом.
О, сосед проснулся. Да, уже давно. А вы, в смысле, у вас же на старой квартире он был, а теперь переехали на новую? Да он за нами гоняется. А чё, я не могу перемещать? Нет, я могу перемещать. Иди сюда! О, господи! Ой, иди, ты не сможешь ничего сделать, потому что я быстро, нет. Ой, ладно. Там не видно, что происходит, это цензура. Значит, я жив. Но он мне яйца отрубил, я думаю. Палочки. Не, маньяком быть круто, если честно. Да тут всеми, мне выжившим нравится. Мне напишено, что вы выжили. А, тебе написано, вы убили. Какой хрен? Вызвали на помощь мужика. Даша просто задал, типа, они сами друг друга перебьют. Пришел, убил, да. Да чтоб Таня Джейсон не досталась. Ой, ну чё, мне маньяком прикольно, реально, очень нравится, честно. Не, мне игра просто вообще дико нравится. Игра клёвая. Я надеюсь, что они её не забросят через там какое-то время, они будут её обновлять и как-то работать над ней дальше. Не, ну это же пока закрытая бетка. Ну да. Ну да, значит, уже как бы игра. Вот уже. Я помню, Dead by Daylight в стадии бета тоже был кривущий, в говно абсолютно. Что там по ключам? Ничего. И здесь оптимизация получше, по-моему, да. Чем в Dead by Daylight. Да, Light. Да. Угу. Значит. Четвертый левел! Ей! Пойду посмотрю. Так, у меня хоть персонаж нормально продолжается теперь. Принц, напиши, пожалуйста, ты один сейчас у нас там модерируешь? Нет, у вас вроде бы Дэс сказал, к вам пойдет. А, да? Предатель. И Алекс. Ой, не Алекс, в смысле, этот. Мистер Ткач! Который. А. Саня. Мистер Ткач, ты постоянно такой. Да? Нет ключей пока. Ого, у меня опыт. А можно я теперь маньяком буду? Нет, теперь Артём. Я ещё ни разу за маньяка вообще не видел. Да блин, точно. Как-то ну, оно да... странно. Я нажимаю прокачку, у меня выскакивает, блин, страница сообщества. Чё-то, ну, лучше мышкой покачаюсь. Ой, на телефоне теперь хоть видно, кого забанили. А, Артём, не забывайте качать себе маньяков, там добивания вот есть всякие. Да, я вот поставил только что. Я вот все 4 себе уже забила. Не, у меня только 2 пока есть. У меня тоже 2 сейчас. А что у тебя, сколько у тебя очков? Я только вот только третий уровень получил. Типа CP? CP 4. Ну вот, ты можешь купить там 2 добивания. Я себе выдавливание глаз. Угу. Да, я тоже себе. И какая головы, милота. И глаз я себе купила. А, надо 5... а как вообще добивание делать, народ? А там, когда, типа, ты ловишь чувака, да? Mm-hmm. У тебя появляется на, ну, в правом нижнем углу 4 вида добивания, и каждой кнопкой соответствует. Да, просто нажимаешь кнопку, и все. Я поняла, спасибо. Вообще, можно прикольно убивать, используя окружение. Вот это надо как-то... Да, там двери всякие. Можно надо. В камин кого-то шарахнуть там. Прикольно. Или еще что-нибудь там. Да. Так, а ну-ка, дайте я себе... Блин, надо качаться. Скажите мне, короче. Ну, знаете что, хорошо, в этой игре, в отличие от Dead by Daylight, здесь, несмотря на то, что ты играешь с друзьями, у тебя прокачка все равно идет. Да. Dead by Daylight же такого нету вообще. Ну, то есть... нет, да. Там сейчас добавили это. Там прокачка да? только... Да, добавили? Угу. А, ну тогда ладно. Так, не, ну просто готов. Поначалу, когда еще самый такой массовый интерес был, этого не было. Да, это игра в Steam. Но ее можно купить только на официальном сайте игры. Предзаказ оформить за $40. И за этот предзаказ есть. Вам на почту через некоторое время приходит 5 ключей на бету. Вот, Даша, все. А, я ready не нажала, тебя. Да? Угу. А, извините. Не, прикольная игра. Да. На самом деле. Пусть развивают. В этой игре выжившие могут победить несколькими вариантами. Можно тут две машины на точке. Можно найти батарею, бензин и ключи и уехать на машине. Либо найти рацию и позвонить, вызвать помощь. Либо найти телефон, починить и вызвать копов. Потом копы будут ездить, получается, по территории, по карте. Можешь копом выйти, они тебя могут спасти. И что там еще? А, можно просто к копам выбежать. И они тебя везут. Ну что? И время пойди. Да, и время, если да.
С наступающим поздравляю в чате. Так еще вроде недели две. Уже поменьше, чем две, 10 дней. 10 дней, блин, я вообще сама недавно офигела. Прикинь. Нужно столько. Мне нужно столовые приборы купить красивые к новогоднему столу. Ой, а кто это тут маньяк? Я видела по Звездным войнам столовые приборы. Так. 20 минут, вот у нас. Это мой домик! Это так мило! Ага. Ой, вот это вот... Да ты дура, что ли? Пойду посмотрю, как у меня дома тут дела обстоят. Ну, я ничего так живу. Ой, это мама. Здравствуй, мама. Так, это значит, что он на острове далеко. А, блин, он же телепортироваться может. Да, блин! Ну, как бы да, но... А что делают эти зажигательные штуки? Типа отвлекать можно? Да, ну какая-то фигня бесполезная, если честно. Ну да. Нет, она не бесполезна, просто нам научиться нужно ей пользоваться. Она так-то, вроде говорят, сбивает ему вот это вот все то, что он видит сквозь стены, там, тому подобное. А еще полиция. Ну, короче, надо разбираться, серьезно. Артем Сибирячок, спасибо большое за донат. Не болей, температура 39, это тупо. Не болейте, зачем? Не надо так болеть. 39, это вообще говно температура. Да, это очень плохо. Давай, выздоравливай. Так, где вы ходите-то? Мы не ходим. Здесь нельзя писать на другом языке. Ну, это действительно так, вы же на русском стриме находитесь. Это у всех стримеров так. На... Если английский стример, то только на английском. И так далее. Опача, чё нашла? Да-да-да. Слушайте, а можно кого-нибудь лечить, допустим, вот? Я вызываю... Кого-нибудь, не уверена. Ты вызываешь копов? Я Джарвиса вызвал. Джарвиса? Это мужик? Это чувак, который убил Таню. Ох он пёс! Ох он пёс! Ох вообще! Взял сковороду. Обезьяна, чи-чи-чи, на-на-на-на-на. Кстати, маньяк может так постучать скромненько в дверь, так прикольно. Да, можно. Да. А как? Ну, просто, типа, этот, РТ. Да ладно. Рация — это только для связи с другими игроками, да? Да, походу. А, да, ты то, что у других людей в голосовом чате можешь, короче, слышать. Это именно вот когда мы соберем большую команду, мы так и будем играть. Мы будем по отыгрышу и... Да. Чтобы только через voice chat. Я не знаю, правда, как это... Вот я стримлю Тёма. Мы же, получается, постоянно будем с ним разговаривать. Ну, вы просто... У вас будет этот Discord. Вы... Ну, в смысле, что... Вас будет слышно так неплохо, но да, короче. Короче, да. Для нас это не очень хорошо. Угу. Почему нельзя шторы закрывать? Это так как-то... Опа-па. Привет. А вот это вот надо выбросить. Ребят, а я могу плавать с бензином в руках? Нет, Тань, мне не получилось. Да. А, не смогу. Отстой. Бросай бензин, беги ту! Ой, сволочь! Нет, не тут то. Тут разные кнопки нажимать надо. Ты хоть скажи, где бензин-то? Как его выкинуть? Ох, все, мне пипец. Эта дура не умеет бросать бензин. Я не знаю. Это я про себя, если что. Артём, ты меня потерял, что ли, или ты идешь за мной? Нет, я знаю где-то, но я пока предпочту. Модератор, сделайте слоу-мод хотя бы минуту. Зачем там две минуты или сколько у вас? Кого-то там? Другого. Нахера ты предпочел другого-то? Сильно длинный, не делайте слоу-мод. Ребята, как выкинуть бензин? Танечка, я не знаю. Даша, ты мне не помогаешь. Зачем меня ты сразу? Ты идёшь сюда!
Так, все, да, тут похоже все. Может, здесь не глубоко? Твою бать! А, так я нырнула на... Блин, я мачете выбросила. Какого хера? Какого хера? Нет, вообще. Я, блин, машину только за этот поставил на нее. Где его делал? В смысле? Как у меня мачете вообще вывалилось? Поставил? В смысле? Чё за бред? А нет, слышите, можно плавать с бензином? Можно, да? Да. А, вот он. Толково. Ну, то есть она, типа, его не видно, когда ты плывешь, да? Он у нее остается в руках. Просто анимации нет, получается. Ну, да. Ясно. Аккумулятор на машину нашел. Робота кусок, спасибо большое. Да. Бензин видел, короче. Такое говно. Артур, бензин у меня в руках. Где машина? Машина на другом берегу была. На вот карте тебе бегала когда? Машина, на карте, да, машина еще есть. Я не могу. Артема. Даша, вот это вот рядом с тобой, это нужно починить. Это телефонная связь. Я там была, я не смогла ее починить. Что-то. Там левую или правую кнопку мыши пишет нажать. Ну или какую-то кнопку. Артур, тихо! Ой. Тёма, ты не можешь этого сделать. Что тебе сказал? Ты не можешь этого сделать. Да закрой ты, дура, дверь. Так аккуратненько. Даша, ты думаешь, это поможет? А где телефон? Как вызвать копов? Не знаю, окно есть. Нет, Тёма, не смей. Тёма, ради дружбы. Все ради дружбы. Все ради дружбы, такой. Рви 10. Слушайте, я связь починила. Давайте, короче. В смысле, давайте. А ты что, умерла? Нет. Ну вот. Так что давайте. Так, а как карту открыть? Полностью. А? Select. Select. Капец, машина от меня хер знает где, с этим бензином тут помру. Слушайте, что? Где телефон? Даша, Даша, беги! Тёма, нет! Нет, нет! Чё ты к нему прибежал-то опять? Да я телефон грёбаный ищу! Чё, Даша? Ой, чё, Таня? Ты умер? Да! Я, блин, он за тобой гнался, я вышел посмотреть. Не, ну я видел, как ты машины чинишь просто. Select. Привычка еще с геймпада от плойки. Даша, если ты думаешь, что это тебе помогает, это тебе не помогает. Артур. Давай, не надо тут, пожалуйста. Чё, ты так, не так, идёшь? Так, где в этом? Да, блядь, дура ты порылая, ты можешь залезть и подавать. Маньяк так-то топовый, да. Ты дура, можешь нам подняться? Бляха-муха, как все плохо. Это телефон! Где? А нет, это яблоки. Я уже знаю. Что? Что? Телефон и яблоки, Артур, ты мне нихера не помогаешь. Тебе уже не поможешь. Я ударила! Ударила! Нет! Нет! Нет. Надо было под кровать лезть. Пораскинула мозгами. Слушай, ребята, двухэтажный дом. На втором этаже телефон, сказали в чате. Да? Хорошо. Это... Так, кто еще живой у нас остался? Я. Таня. Таня? Таня, давай, успехи. Успехи там, давай. И чё там ещё осталось? Ладно, не говори вслух. Ракетница, ракетница под ногами! Возьми. На всякий случай. Чё вам нужна? Не знаю.
Так. А чё, все мертвые? Да. Да. Пипец. Чё гоните? Ну чё, блин, карту нельзя смотреть, когда за игроком следишь? Плохо. Быстрее, быстрее! Ты чё, я чуть... Я чуть штаны не навалила, чё ты орёшь? Так, ну подсказывать, наверное, не будем. Хотя очень хочется Тане подсказывать. Да нахер он тебе надо? Ну, Стэн 1214 пишет. Ключи от машины в двухэтажном доме в комнате с верстаком. Вообще-то они здесь рандомно всегда появляются. Вроде бы, да. Вообще все предметы здесь рандомно появляются. Было слишком бы как-то легко. Таня, ты там, где я думаю? Не знаю. А где ты думаешь? Ну, в смысле, я не буду озвучивать, конечно, но... Но лучше не думай. Нет, это не тот дом. Это полезно не думать. Двери. Бежи. Показываю камеру, чатик. Это я лежу. А, у меня труп уползает. Лол! Ребята, я двигаюсь, мой труп двигается. Толково. Его куда-то он утягивает. Он жив, наверное, потому да, он что жив, еще. Потому... Он... Его утягивает какая-то сила неведомая, не знаю. У меня баг, короче, у меня... Да. Я пытаюсь дверь закрыть, а она ее открывает. Тёма, она ты открыта. Видишь мой труп? Посмотри на мой труп. Да. Не, у меня он лежит спокойно. Лежит, а у меня ползает куда-то. Подождите, а кто это второй чувак? Артур, ты чё, живой? Да. Я, блин, от Тани его оттягиваю уже 10 минут. Я думала, ты мёртв. Я мёртв. Муравита что-то пишет. Алексей, спасибо большое за донат. Таня, ты вызвала полицию? Как? Двухэтажный дом. Да нет, не так, Таня! Надо в телефон позвонить. Да я бегу. Мне некогда. Блин, Таня. Все, у меня закончилась выносливость. Таня, хорошо. Живи. Она не может. Она не в смысле может. Не может? Она, не хочет. Она может не и хочет. Она не будет. Вот, Тёма, ты за то, что я застрелил, сейчас должен дать ей второй шанс. Вообще-то да. Я бы так и сцепил. Чё это было? Я бы споткнулась. Споткнулась об Тёма, маньяка. Тёма, чё ты за мной ходишь? Маньяк я все-таки. Он так идет, слушайте, погоня века вообще. Посмотрите. Ты даже попасть. Ну все. Какой мудак выключил свет. Алло, это полиция? Жесть. Полиция! И такой толканул еще, типа. Он ее разрубил. Жесть. О, ты звонишь, что ли? Да. Скажи, алло, полиция. Опа. И через... Джейсон здесь, о май бог, помогите мне, Джейсон здесь. Давай, как в лучших фильмах, в последний момент ты должен выжить. А где копы? Как их вообще здесь? Хоть и увидим, как она работает. Ну да, интересно ведь. О, слушай, точно. Не? Что? Я Артур. У-у-у-у! Артур, ты помнишь, да? Ты беги! Помнишь? Вот тут прицеливаться надо. Результат, угу. Если что. Он перенесет. Ты что? Господи, ты чё? Беги просто. Где копы? Копы, спасите нас. 5 минут еще. 5 минут еще до копов? Чё ты к нему побежишь? Ага, ты знал. Да, все, я уже тоже поняла этот прикол. Ага. Просто Джейсон, когда он быстро перемещается, он не может он остановить. Стоит, да. Остановиться. Да. Остановиться не может. Да. Видно, есть... когда он это делает. Рожа, посмотрите. Ага. Идет такой. О боже. Это Джарвис, я не знаю, это Джарвис, да?
Вроде. Артур, ты умер, типа, да? И появился из этого чувака? Да-да-да. Я сначала по рации вызвал. По порядке. Потому что выносливость кончилась, ребята, поэтому медленно бегать. Ходьба! Ходьба, да. Самое медленное убийство на свете. Но я вроде сокращаю дистанцию. Копы приезжают на край карты. Нужно еще к ним прибежать. О, гад, хелп. А, он сзади. Встань! Подожди. Хорошо. Хорошо, да. Буду тебя ждать. Сейчас я подожду. Так, слушайте, я бы хотела камеру переключить, посмотреть копов, но я боюсь, что я пропущу убийство Артура. Нет копов. Я проклацала. Проклацала, да? Нет? Не видно, да, не видно. Локалют. Реклама за Дефаст, реально. Ой. Слушайте, по-моему, это немножко бесконечно. Ну, мы так, может, дождемся копов, реально. Или конца. Нет, он поймал его, нет. Блин, камера не поворачивается по-нормальному. Глаза обычно выдавливают. Нет, он голову раздавил. Ой, голову разбазил. Ямы. Блин, вот была победа так близка. Погоня века. А знаешь, в чем проблема? То, что Джейсон мудак. В этом все дело, да? Come to mommy. Подожди, я кое-что попробую. Блин, ну мне сейчас нормально должны опыта дать, потому что я капканов поставила, штуки 3. Да, но ни в один из них никто не попался. Блин, мы когда-нибудь выберемся вообще или нет? Думаю, да. Сейчас Артур будет маньяком. И тогда вы выберетесь, да. Ты настолько меня увидишь. Пораскинул мозгами. Человеки хоть раз выиграли? Нет. Нет. Нахера оно нужно? Но здесь просто чем больше людей, тем больше шансов на выживание, потому что чем больше людей, тем больше могут их искать необходимые там предметы для машины там или еще что-то. То есть отвлекать Джейсона. А у нас сейчас трайхард такой. Да. Я хочу быть маньяком. 1390. А что за чувак у нас какой-то? А, мне показалось, господи. Нету. Нету ключей. О, мне новую девку дали. Ключей нету, да, еще не прислал. Не знаю, Артур, посмотри, Дима. Сейчас я посмотрю. Может, Дима уже не проверяет, я не знаю. У тебя уже 5-й уровень, да? Да. Да. Solution, я же сказала уже про поводу Полины и Алекса. У них нет ключей. Мы ждем ключи, которые нам должен Дима прислать. Он тоже сделал предзаказ. И 2 ключа он нам отдаст для Полины и Алекса. Но ключи, видимо, еще не прислали, либо Дима не смотрит почту. Не может, нет возможности у него. Короче, скажите мне, как играть. Я так, готов. А ну, я сейчас персонажа я поменяю тоже. Себе, подождите. Пробую новой дамой поиграть. Ну, кстати, у меня новый. Рокерша такая. Надо посмотреть. Ага. Блин, ну я не знаю, тут качать нет смысла вообще. Хочу костюмчики менять, но еще ничего нельзя делать. Еще не открыта эта функция. Ребят, зайдите на официальный сайт игры и посмотрите, сколько она стоит. Я уже не могу, я же просто раз 6, наверное, рассказывала, как ее найти. Бесит, да? Бесит? Бесит немножко, да, уже реально. Бесит. Вам за рекламу Дискорда платят? Мог Грейм, спасибо большое. Что? Да, платят. Миллиарды долларов. Все платят. Мы едем. Скажи, кто платит, и я пойду попрошу, чтобы мне платили. Что-то я так понимаю. А что, платят, да, за рекламу Дискорда? Я хочу. Да. А у меня же, я хочу прокачать персонажа, а мне пишет эррор. В смысле? Ачипка. Тебе не хватает эррор очков. Эррор это наверное. Не хватает очков. Наверное. Вот видишь, у тебя очки это. А, все, я нашла. Ну, да? Видела, да? Ага. Да. Так, сейчас Артур. Ой, ну и ладно, не так уж и хотелось. Что-то хотелось. Так, ладно, я последний раз объясняю. Заходите на официальный сайт игры. Приобретаете предзаказ за $40. Через некоторое время вам на почту, которую вы указываете там при регистрации, присылают 5 ключей на бета-версию игры. Все. Чё? Это уже был 7-й раз. Так, Артур, ждем тебя. Я новую девку не выбрала. Нет! 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 Блин!
влекли вот этот чатик. Вот влекли, вот это взяли. Одно и то же спрашивают постоянно, блин. Ужас! Подожди, а как аккрута получить? Я видела, что у меня... Last of Us 2 анонсировали. У меня был перк открыт петарды, ребят. Я их специально не взяла. Сразу чатик. Она не взяла, у нее там было. Она не взяла. Паника. Мега-важная. Паника. Мега-важная вещь какая-то. Она не взяла петарды. Надо, ребята, если кого-то нет, то это либо потому, что мы его не позвали, либо потому, что он не может. Одно либо из двух. Потому, что мы поссорились. Явно без вас можем разобраться. Мы поссорились. Мы поссорились со всеми, всех ненавидим. Да. И вас сейчас заблокируют. Да. Джейсон Эмбарго. 2500 ты платишь не за бетку, а за предзаказ. И получаешь 5 ключей на бетку. Да, 5 ключей на бетку. Ребята, я считаю, что... Шла пора вам умирать, вы меня бесите все. Кто бы сомневался. Так. И да что ж ты делаешь? Бальдин и ты же дура! Залезь! Ох, лол. Открыла, закрыла, открыла, закрыла. Да, у меня то же самое было. Чё за... Так, у меня... Ты там и наркоман. За неимением лучшего я возьму вот это. Буду шарашить. Палки нет никакой. В смысле, а чё она орёт? Я только игру начала, уже Артур меня нашел, что ли? Видимо, да. Ну или где-то неподалёку. Потому что трупов нет никаких. Тихо! Все, вопросов больше нет. Да. В смысле? Эй, больно было, но... Беги! Да беги! Я застряла, она не может вылезти! Жопа толстая? Да. Синди, у тебя жопа толстая. На тебе, петарды! Игра только началась, блин! Какого черта? Это нечестно! Господи, ты что, через камушек не можешь переступить, тупая женщина? Я немножко порезалась. Капец, вы там понабирали себе персонажей. Ты лбом расшибала, что ли? Не знаю, мне нужно срочно ножик или что-нибудь такое. Ножик, ножик. У ёжик! Вилка, вилка. Он сзади меня? Ложка, ложка. Таша! А! Шо? Где? Я тут-то! Вы заходите... А, подожди, стой. Не-не-не, стой. Знаешь что, Артур, милый. Милый, ты постоишь еще чуть-чуть? Я тут. Вот. Ладно, я стоишь. Он цепёки. Да? Ага, сейчас. А вот теперь... Бля, что ты делаешь, дура? Что она сделала? Я сквозь... Что происходит? Сквозь что-то. Сквозь дверь, да, прошла? Да, да, нет, у меня сквозь дверь она что-то сделала, короче, вещи. Ну, типа она ее открыла. Артур, можешь заходить в дверь? Я что скажу. Заходи. Ха-х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 а
вообще-то. Неизбежно. Я говорю, бессмертный. Тям-тям-тям-тям. Где? Я хера знаю. Возле речки. Тям-тям, найди меня. Мне страшно. Нихера себе найди. В другом конце карты. Ну тям. Нет. А кто рядом со мной? Даша. Кто рядом со мной? Или Джейсон. Не знаю, одно из двух. Тут Джейсон точно ходит. Или Шон. Или Шон! Милый, ты же не сзади меня? Прям сзади меня стоит. Оригаменька. Оригаменька? Он прям сзади меня стоит. Повернись, знаешь. Только медленно. Господи, вот я когда с карты, короче, переключаюсь, да, с большой, она такая, типа, встала и стоит 5 минут просто, нихера не делая. Даша дверь закрыла, поворачивается, я там стою. Охеренно, Даша, забаррикадировалась, да, со мной внутри. Блин, херово! Херово! Очень плохо! Нет, нет, милый, давай все обсудим. Я буду готовить тебе все, что ты хочешь, только не убивай меня! Смысли? Чего я так медленно бегу? А я гуляю. Вот это картина, я понял. Я летаю. Я устал. Я даже не знаю, что страшнее, это картина или маньяк. Господи, где он? Где он? Да вот он. Блин, что делать-то? Господи, ребята, женщина, просто. Вообще, я считаю, что все это изначально незаконно было. Потому что знаешь почему?
Что, Джейсон мудак? Нет, потому что игра только началась! А меня это самое... Он уже нашел. О! Черт. Слушай, это тут кладбище есть. Домашних животных. Милый. Милый, давай обсудим это все! Больно! Избиение жены. Женой мужа, точнее. Избиение Джейсона. Ну слушай, это харе, это самое. Хватит ультовать уже, нечестно. Смотри, я бегу, я умею бегать. Ультовать, конечно. Эй! Три удара, Джейсон падает, ребята. Три удара, у меня с одного падает. Нифига себе, три. Смотря чем дать. Мачете. Мачете сработало на ура. А может реально от того, что еще зависит, за кого играешь, за мужчину или за женщину. Артур. Там в чате пишут, что ты мне поддаешься. Я не поддаюсь, я играю с жертвой. Слушайте, а здесь есть Блэйрс Коув. Что это такое? Пещера? Нет, Кейв это пещера. А Коув? Ну, ты вот менял там английскому паучище. Выносливости нет, нифига. Домашнее насилие. Жена избивает мужа. А чё он ушёл? Маньяк говорит. Твою мать! Джейсон! За что? Я хотел кровать сломать просто, а там, оказывается, Таня снизу пряталась. Серьезно. А ты что, меня потерял, что ли? Я думал, ты за мной идешь. Ты сейчас скажешь, что я поддавался. А просто мне ближе оказалось кое-кто другой. Даша, господи, ты... Что? Ты у меня застыла в одной позе и передвигаешься вот где-то сейчас есть. Ты у меня с рожей такой, типа, тебя Джейсон перед тобой стоит. А, вообще черный экран. Господи. Ладно, я за Артёмкой послежу, потому что ты у меня упоролась вообще в край. Блин, выносливость, давай быстрее, у меня лицо. Господи. Ты смелая, да? Да херач, херач его, херач, да в смысле? Есть, есть, получилось, я ударила. Беги, давай! Не думаю, что тебе это поможет, на самом деле. Нет, у меня же там... У меня была хилка, нет? У меня нет хилки, чёрт. Ну, нет, что я могу тебе сказать? Нет, 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 я почти вырвалась. Все очень просто. Такое лицо посечённое все. Вот это вот не надо лицом стекла разбивать. Там, вот кто там где был, беги. Ну, я вообще-то могу машину полностью собрать. Не знаю, хотите, посмотрим, что будет. Не хотите, давайте, убивай Артура. Давайте посмотрим. А то интересно. Ну, Артур, не убивай его. Я уже и бензин нашел, как бы. Ну, надо его принести. Милки Пай, спасибо за переподписку. Я не буду с тобой дружить. Здорово, сосед. Как дела? Бегать. Машина бегает. Какого года? 35-го. А что ты делаешь? Ты капот-то открой. Не, у меня открыт. Да? Да? А у меня закрыто. А у меня нет, у меня... ты там руками шурудишь что-то. Поехали это, я не могу, у меня жена ругает, ну, я поехал куда-нибудь. Так, сейчас я бензин притащу. Да-да-да, сейчас, подожди, надо тачку заправить и поедем. Сейчас все будет нормально. Таня, а ты все тоже сейчас я сгоняю этот ламбарчик. Но он же меня в кровати разрубил. В кровати. Так, подожди, а где этот сарай? А, блин, я его потерял. А, в смысле, вот же сарай. А, вот он, вот он, вот он, да. Ну, там где бензин, короче. Сарай, на... Подожди, бензин, а ключи? Неси, что стал. У меня справка, я человек... У меня ключи есть. Где тут вход-то, ну? Во. Ты серьезно, тут был где-то... Это не сарай, это дом двухэтажный. Блин, это не сарай. Подожди, а сарай Сарай с другой стороны, да. Просто ходят они туда. Подожди. Ну я машинально, прости, ну. А, вон сарай нашел. Сейчас, подожди, я попшикаюсь, воняю. А что это такое? А я думаю, от чего прет? Ты что, не мыла себя опять, что ли? Смотри, смотри, вот тут бенза лежит. Ага, ага. Где она? Вот она. Слушай, а ты неплохая женщина, смотри. У тебя голос только грубоватый. Будешь жить со мной? Да, поехали, все. В смысле, а я? Ну, Даш, нам с тобой придется жить. Пишут, Тёма, покажи ему сиськи.
в чате. Так, сейчас заправим это дерьмо и поедем. А ты в машину же поместишься? Нет, там придется сиденье заднее. Так-то... Да я помещусь, ты не волнуйся. Хорошо. А там еще даже что-то лежит, смотрите, какие-то коробки, там вон хавчик. Угу. И что, каким заправляешь-то? 98-й. 98-й? Ты что, машина же старая? Ну ничего страшного. А может она вообще на дизеле, да? Знаешь, трактор Беларусь. Ну вот вы знаете, кстати, вот смотрите, вот этот момент, когда заливается бензин, или там, или вставляется батарея, когда ты лажаешь, ничего не происходит. Это да, оно просто на один откатывается. Да. А ну, садись. И что будет? А можно... Ты знаешь, управлять? Я решил, что ты уродская дама, да? Подожди, вот. подожди. Садись. Ну, Артур, ну пусть он уедет, не бей. Давайте посмотрим. Ты ножик-то нахера втыкать? Сказала бы просто, не гони, хочу. Гони. И ну, чё кстати, ты... пока заведёшь, это охереть. Тут кнопку А надо долго держать. А чё, давай я столкача? Ой, музычка заиграла. А ты можешь его задавить? А чё ты вышел? Подожди, надо подтолкнуть, потому что... Серьёзно? Нет, а как ехать? Подожди, я не знаю. Ехай! Может, ты стоишь, мешаешь ему? И чё? Я пытаюсь ехать, но она не едет. Колеса у тебя двигаются. О-о-о! А куда тебе надо? Да ну, блин, Артур! Артур, ну серьезно, ну что? Ну, блин, она же этот так не дается. Пусть, давай посмотрим, что произойдет, елки-палки. Чего ты вредный такой старый дед? Он обиделся. Он уходит. Ну мы же думали. Смотри. Ты врезал? Я в тебя врезался, да? Да. Да. А, и машину, короче, заново заводить надо. Она горит. А ну, отойди, пожалуйста. Отойди. Ну, отойди. Ну, Артур! Я отошел! Да ты машину бьешь! Я ж вижу. Артур тролль такой вообще не дает нам посмотреть, что будет, если уехать. Я вообще иду, никого не трогаю. Ты знаешь, куда ехать, Артем? Без понятия. Я не Но я пытаюсь с него не врезаться так. Ну он специально вот этот... Да ну, Артур! Я, он сам врезается. Я тебя сейчас забаню. В смысле? Че, не заводится, да, не заводится? Сейчас заведем. Но мне кажется, он взорвется сейчас нахер. It started! Она уже дымит. Такая, она завелась. Ладно, едь уже. Наконец-то. Я думал, нормальная баба вот эта. Сейчас опять вот это вот. Куда ехать? Куда ехать-то вот ты? Машина-то у нас есть, но... Да блин! А ты чё? Серьёзно? Ты случайно переместился сюда, что ли? Да конечно, случайно! Я совершенно случайно. Конечно. Артур, я тебя серьёзно прошу, дай нам посмотреть, что будет. Эй! А куда это доехать надо, получается? Ну, вот до каких-то ворот. Ясно. Ну ладно, хоть один у нас кто-то выжил, мы наконец-то посмотрели. А что за фраза? Типа. Ну я тебе говорю, это нереально. Чуть-чуть втроем это пипец. Тут пока эту машину соберешь, ее пока заведешь, он уже 50 раз тебя вытащит из нее. Слушайте, ну все равно интересно мне было посмотреть, как это вообще происходит. Хоть теперь знаем, что как. Не знаю, у нас музыка играет, нам интересно. А вот те, кто спектаторе смотрит, такая дичь. Ключей еще нет, Дима написал. Каком спектаторе? Да, это нечестно. Артуру не дали дождаться копов, а Тёмке дали ехать. Ну вот это вот двойные стандарты, я тебе говорю. Так оно и бывает. Артур не просилась, попросил. Вот именно, Артур-то не просил. Самим будет обидно было. Ну давай, хочешь еще раз будешь с маньяком? Сейчас. Нет ключей еще пишет. Да, нет ключей. Дима написал. Хреново. Я не хочу быть маньяком. Маньяком быть не так интересно. Давайте я буду маньяком. Дайте мне быть маньяком. Хочу убить вас. Вы меня бесите. Там просто другим стримерам платят за то, что вы сидите в Дискорде. Где платят, чувак? Скажи мне, я тебе серьезно. Серьезно? Где мы платят? Пойдем попросим денег. Пусть мне деньги платят за то, что я сижу в Дискорде. Да. Пожалуйста, заплатите нам. Пожалуйста. Чё всем платите, а мне нет. А нам нет, но это нормально.
Мне чувак в чате сказал, что вы платите, а вы не платите. Так. Что можно мне... Я хочу бег прокачать себе, ребята. Тут что-то я вообще... Кто маньяком будет? Сенс. Что такое? Я маньяком буду. Ты будешь? Это да. Типа, ну, зрение его можно избежать. Не-не-не, вот блин, стамина 7 очков стоит. Офигеть, дорого. Ну, я взял себе вот этот low profile. А что такое faster crouch speed? А, вот ну, это... быстрее ползешь, да? Короче. Да. Ну ладно, давайте я это куплю. А это только на одного персонажа, что ли, перки покупают? Нет, ты можешь переставлять с одного на другого. Да? Ладно. Ну, в смысле, ребят, я вижу, ставить. Что у меня стоят петарды. А как ты бег качаешь, Даш, на персе? Ну вот, нажимаешь ну, перки. Ну, там ромбики и такие, вот, да. Видишь, тут... И там покупаешь за вот эти ЦП. Да. ЦП, вот points. Эти вот очки у тебя. Мне повылазило. А, вижу. Так, покажите копок. Покажем. Карлсон 911, ты так говоришь, как будто только сижу в него и играю. И вот опять да же... Даже если когда... бы я сидел и играл, это мое дело. Когда врезаешься в маньяка, опять заново тачку надо заводить. И это пипец как долго. Пипец как тупо. На самом деле, да, сложновато, короче, выжить тут. Прокачали себе? Ну, мы сможем. Да. Даша есть Джек, чувак. Да. Да. Ты раскрыл эту тайну. Там-там-там. Артуру только не говори. В смысле, уже сказали. О, наконец-то голые люди. Ой, а мне новая заставочка. Там люди сидят. Они там трахались, а потом их прошибли этой гардиной. Чё они тут вот это вот? Терем-терем. Народ настроил за ЦП. За очки ЦП. Тихо-тихо-тихо-тихо. Любой момент. Ну, блин, ну, я очень надеюсь, что многое будут добавлять в игру. Ну, если ее будут брать. Я реально буду в нее залипать, реально, на стримах. Даже вот сама. Когда она выйдет. В Стиме вы ее не купите, на официальном сайте покупать надо. Да. На официальном сайте. О боже, что это такое? Капец, ты играешь за Эмма, да? Да. Я тоже. Это жесть. Ну вы гоните, а я не стала ее выбирать. Это ужасно. Это ужасно просто, господи. Реально. Не, она сверху казалась нормальной. Да, 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 да. Но когда ты видишь сверху. Снизу... В смысле лицо. В прямом, именно в прямом. То все остальное просто меркнет. И все остальное померкло. Так. Да блин, не ту кнопку постоянно нажимаю. Так, вот это вот не прикольно вообще-то. Я только опять появилась, тут опять кто-то где-то вот это вот шароходит. Шароход. Чугунный шароход. Что тут у нас? Ничего, понятно. Так, так, так. Понятно. Так, сходим ищем. Сходим ищем. О-о-о. Да, деточка. Отлично. Так, ну, у меня есть шанс на выживание уже. А что ты там нашла? Что ты нашла? Не скажу. В смысле, я маньяк, ей-то можно сказать? Я не услышу. Конечно. Чё-чё-чё-чё это было? Оп, хорошо. Ой, у меня чёрный экран был, господи. Что упоролось? Ну, короче, я тут что-то неплохо. Я предлагаю дальше играть свой с чатом. Это будет заметно эпичнее. Даже так. Так, а как, а я, на... как я на стриме и Тёма на стриме? Будем молчать теперь или что? Не, ну вы этот, просто придумайте что-нибудь, короче. Действительно. Гениально вообще. Чё ты хочешь? Ты чёрт, ты разорался. На, получи. До свидания.
Эй! Господи, это так страшно, петарды! Что может быть страшнее? Бойщий тварь. Слушайте, ну у нее панель. Вы бы не так, можно подумать, бы дышали, если бы знали, что за вами гонится. На, поедем, знаете, да? Зря. Я хотел сделать новую фотолиту, а оно еще не открылось. Че ты башкой пробуешь? Перестарался. А что ты сделал? А ты ничего не можешь. Понимаешь? Нет, на своих двоих смыться нельзя. Можно, чтобы время закончилось, или копов вызвать еще. Чё ты сделаешь? Я тоже не понимаю, почему нельзя выйти в ворота ногами, но, видимо, это очень сложно исполнить. Слушайте, ну это условно. Господи, что происходит? Кого-то... Учи, тварь! О, господи, беги, жируха, беги, я ненавижу тебя. Давай, выбивай эту сцену. Какая она жируха? Не, ну она такая, пышная женщина. А где, как и этот? В общем, этот... Давай вы... Да быстрее, тварь! Тебя потерял! Я не сделаю ничего тут. Вот это вот... О! Неплохо. Неплохо? Да. Это плохо. Так. Что? Нет, ребят, дело в том, что маньяк тоже слышит нас в игре. Когда мы говорим через voice chat. Да, в этом и прикол. Вот в этом проблема. Будет интересно. Только это не проблема, это прикол. Ну, я имею в виду этот, то, что... Почему мы не играем сейчас через voice chat? Тёма, я из тебя послеп ни хера не вижу вообще никого. В смысле, я слеп? Чё ты сделал? Я тебя уничтожил. Морально. Почему я бью машину, а из нее опилки летят? Потому что ты настоящую машину спрятал. Ты просто невыносим вообще, вот честно. Господи, что это был за кусок херни? Типа, пропустила. Даже никто не понял, что я вообще-то... Тактика у меня была. Тактика! Обезопасила все. И таки она и придерживалась. Таки да. Я нашла туалет Джейсона. Открывай себе. Почему я поняла, что это туалет Джейсона? Потому что он трехметровый. Трехметровый у кого? У Джейсона. Это было очевидно. Так. А туалет при чем? А трехметровый в смысле 3 по метру? Слушайте, а вот это то, что прокачана выносливость, она реально заметна, конечно. Да. Ну, хорошо. Господи, тупик. Куда вы подевались? Я ни хера никого не вижу. В тупике. Мы в тупике. Эй, в смысле? А человек-сосед все не спит. Я херею. Да. Это мудак. Так, Артур. Давай не надо, а? Я тебя прошу. Христом Богом прошу. Я прошу тебя. У меня сломай там меня. Вообще-то сломай все меня. Было так круто. Ну, Артур, ну что ты делаешь? У меня было все запланировано, твою мать! Кто утонул? Зоберг ты ли? Короче, ребята, одна машина полностью заправлена. Это которая возле моста. Заправлена только или полностью, ну, в смысле, ну, заправлена. А, понял. Возле моста? Их там две возле моста, какая из них? Нет, одна возле моста. По карте там как бы, ну, они две на одинаковом расстоянии от моста. По карте там как бы там. Мост, который возле... Во-во, вот, Таня, вот возле этого, ага, вот тут это. Спасибо, Даша, что сказала. Где я? Я тебя сейчас задушу. Не надо. Все, она мёртвая уже. Шкерюсь. Господи, нет, Артур, ты не сделаешь этого. Не надо. Он здесь? А где ты его видишь? Не надо, Артур. А где ты его видишь? Они, он сзади меня. О. Я его не вижу. Потому что я... Тупо сопротивляться, да? Под водой, ну да. Ой, блин, подождите, я хочу посмотреть, где ты его видишь. А, он ходит... Он идет по дну просто, ребят! Ну да! Лол! Жестяк, жестяк.
Я хочу видеть, как это произойдет. Блин, ну, камера. Я доплыву! Доплыву! Я доплыву! Таня, ты знаешь, что ты, я... что ты плывешь к нему в логово, да? Серьезно? Да, это его остров, это его домик здесь. Да мне насрать! Подождите, стоп! А вы знаете что? А можно что-нибудь сделать с мамой с его, нет? Можно. Изнасиловать труп. И он тогда умрет. Вот это план. В смысле, я тебе постричь хочу? Таня, если ты его ударишь, у тебя выносливость появится. Беги! Еще раз, третий раз, вали его, и все, он упадет. Давай, 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 Таня, давай. Вали его! Борись. Таня, как моторная лодка. Кто бревно положил? Кто проживает на дне океана? Джейсон! Джейсон! Говно! А тут ничего нету, кстати. Тут там... Говно не толит! Не толит! Не толик! Понял? Говно не толик! Ай, куда ты садишься, тварь? Да блин! Очень криво, да, очень криво. Джейсон боится, посмотри, он ручкой так прикрылся. Еще раз, еще раз. Нет! Клацай! А! Блин, я камеру потеряла с тобой. Все, пока, Тань. Таня! Живая? Получи! Капец. И все. Все. Так, ладно, я пошла за Тёмой наблюдать. They deserve to die. Ну, Тёма. Make them suffer. Это жесть. Да, я знаю. Я сексуален. О, господи. Вот это жопа. А камеру, если под юбку запустить? Да, я так и сделал. Ты тоже так. Ой, я вижу внутри ноги. Внутри ноги пусто. Это цилиндр. Цилиндр. Ой, Тёма еще и нагнулся. Наслаждайтесь. Меня сейчас забанит Твич. Хочешь ещё? Хочешь ещё? Что, мудак? Ой, башка-то, блин, деревянная. Руби его, руби его. Давай. Бери руки свои. Да ты умрёшь сюда. Артур, почему ты не сопротивляешься? Охереть. Вообще все поломало об него, капец. У тебя слишком слабая бобень. Слишком слабая бобень, наверное. Дверь закрой быстрее. Беги, Тёма, беги, беги. Беги, 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 беги. Серьезно? Клацай-ка, клацай-ка. Я пытаюсь. Эй! Дверь. Закрой дверь, Вену воняет. Ты что там закрыл вообще? Что там есть закрывать-то? В смысле закрыл? Проветрил, все, хватит. Ты что, зайти сюда нельзя, что ли? Опа, опа. Зачем? А что ты обратно бежишь? Ну куда бежать? Вся жопа в шрамах. Фонарь выключи, палево, Тёма. О, господи, этот ракурс. Твою мать! Да блин! Лезь, дура! Что с камерой вообще? Господи, что произошло? Ты-то видишь, да, Тась? Да-да-да. Я не позволил ему сделать это красиво. Она тверкает. Не позволил насладиться. My good boy. Mommy has a room. Ох, мрак. Ну, почему-то кажется, что здесь как бы еще легче станет, когда немножко прокачается персонаж. Да. Ну, этот тоже прокачивается. Блин. Да, но... Давайте, может, как-нибудь позовем каких-нибудь подписчиков. Я не знаю. Ребята, у кого есть игра? Да ни у кого. Ни у кого нет игры. Не, ну пишите, вдруг у кого-то есть. Пишите. Пишите быстро. Чатик, пишите. Если у тебя есть игра, пишите. Да. Да. You survived. Когда ты зап... Фу, боже, это... Ну, это было просто ничего вообще. Мне аж плохо уже от ржача. Слушай, я реально предлагаю сейчас включить чат, и это будет пипец как весело, я думаю. Давайте попробуем. Ну, тогда я буду помалкивать на стриме. Да зачем помалкивать-то, ну...
Ну, в смысле, а я буду будет... сейчас сидеть разговаривать с чатиком, и ты как маньяк будешь, я там, даже если спрячусь куда-то, ты будешь меня слышать. Так вот так и надо. Хорошо, давай ты будешь маньяк, Даша. Ты сможешь разговаривать тогда? Да, кстати. Так, только надо в сеттинг зайти. А как? Что нужно включить или выключить? Да, Таня, да, подскажи. Это надо настройки зайти. Настройки. Аудио сеттингс. И тут геймпад push to talk. На ноу. Все на ноу поставить надо. Поставь на ноу. Так, push to talk, ноу. Теперь нас слышно, что я, короче, у всех. Но это нормально. Да, сейчас Дискорд отключим, должно быть все окей. Просто в Дискорде сейчас пока не надо. Ну, хотя да. А как общаться через чат, Voice? А просто слышно будет, по ходу. А, маньяк слышать не будет, да? Будет, нет, когда он я рядом буду вас... Когда слышать. Рядом, а когда не рядом? Тогда да, я тоже дискорд... Все дискорды просто выключаем микрофон и все. Да, когда рядом маньяк, он слышит. Когда ага, нет, тогда поняла. Не слышит. Окей, давайте попробуем так. Давайте попробуем. Угу. Так. Да. Так, сейчас. Ага. Микрофон-то вы выключите, не забудьте. Да, сейчас выключу. Так, ну чё, посмотрим, что получится. Блин, а у меня очков ну, прокачало. Да, теперь точно. Да. А у меня их и нет? Подождите, нет. А теперь я тут ещё в настройке. Ну и слышно, как бы, что ты через свой чат вообще не идёт. А вы меня слышите? Да, да, но очень тихо. Но я тоже тиховато. Так, а ну-ка, ну, меня слышно? Да, так и есть. Тоже тебя тиховато, слышно? Тиховато, да? Да. Ну, подожди. Эхо? У нас нет эхо. Нет, эхо это из-за того, что Discord был весь чат. А, ну да. Так, я сделала так, погромче. Хочу играть за эту жирную. В аудио. А что такое мастер меню? Что как-то это стоит? Все как бы звуки. Ну, окей. Общая громкость. Артур, а что ты молчишь? Ну, скажи что. Я убираю персонажа, у меня все хорошо. Так, я готов. Куда вы дели 10 тоже. Ключей? Ну, в смысле, чё? 4, вот Артур, Артур купил 5 ключей, получается, 4 у нас, и один у нас ещё где? Один у Димы. Всё. А Дима то, что купил ключи, они ещё не пришли. Сколько можно рассказывать-то, господи? Да, кстати, так. Ребят, вы можете подбавить просто громкость в игре, и будет слышно всех нормально. Да? Я да? Только что деньги сняли, так что Диме сейчас с минуты на минуту должны прислать ключи. Да? Так что приди там Полину. Мастер этот, да, нужно подбавить. А, ну скажите что-нибудь кто-нибудь. Что-то у меня звук пропал. По-моему, у меня так же. Так, ну это общий звук просто, не знаю. Ладно, все, окей, давайте так. Блин, я не приняла, что ли? Не приняла. Нет, не приняла. А, нет, приняла, все. Что-то я вас не слышу сейчас, вы знаете? В смысле нет? Алло? А, вот теперь слышу, вот все, слышу. Артур, нажимай ready. Все. Артур, скажи что-нибудь. Я не слышу Артура, точнее. Я слышу, но тихо. Я вообще его не слышу. Абсолютно не слышу. У меня появляется значок. Алло? Да, алло. Очень тихо. Громко кричать, потому что ни хера не слышно. Очень тихо вообще, да. Я буду вот так разговаривать, через лес буду кричать всем. Хорошо. Успокойтесь! Все будет хорошо! Ребята, мы все убили! Мы выживем! Мы еще не выжили, мы еще не начали! Да, очень тихо слышно вас. Нет, если честно, еще... Игра просто орать начала. Да, у меня тоже. Я верну назад, короче, звук игры, потому что это дичь. Подождите. Ну, войс у меня должен быть громко, но я все равно почему-то очень плохо слышу. Так, ну чё, все, погнали. Тут уже реально реализм сейчас будет. Что же, пойдемте.
Так, куда мы? Давайте сюда переместимся. Все. Копов они больше не вызовут. Если что, у меня перки еще не включились. Не бойся меня! Танечка! Я слышу тебя! О, господи, слушай, тебя прикольно сделали, реально. У тебя голос удаляется от меня. Вот классно сделали. Вот она. Таня, я иду. Помогите. Таня. Танечка. Иди сюда. Таня! Я не справлюсь, я просто так буду бежать домой вечно. Я почти тебя поймала. Таня, не бойся. Нет! Да! 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 Нет, господи! Да! Увалилась, тварь жирная! Господи, да. Глазки тебе выдавим. Yes! Так, отличненько. Ну что же, пойдемте остальных искать. Я думаю, кто-то в хате где-то прячется. Нет, что-то не видно никого. Давайте переместимся вот сюда. Твою мать! Yes, Тёма, я тебя слышу! Тёма, привет. Твою мать. Да твою мать! Да вылазь в окно, дура! Нет! А, в это в окно нельзя вылезти! Да! Нет, ты не сможешь! В смысле? Ты что сделал? Беги, 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 беги! Да не в кровать беги, дура! Нет! Просто беги! Нет, он меня поранил! Он мне сделал больно! Тёма, где ты? Нахер, нахер, просто! Ага. Слушайте, реально прикольно, я слышу, откуда у него голос идет, то есть с какой стороны, и понимаю, в какую сторону мне идти. Это очень круто сделано вообще. Тёма, не бойся меня. Блин, ёбаные деревья, серьезно! Я застряла в деревьях! Блин. Я не пойму, они меня походу не слышат. Я тебя слышу. Слышишь, да? Я иду. А куда он делся? В смысле? В смысле? Я не понял вообще-то. Потеряла я его, похоже, да? А ну карту. Ну да, здесь тупик. Хорошо, пойду поищу второго.
какой рейдж, интересно. Вообще по-другому, реально. Ребят, как-то вот игра вообще по-другому воспринимается, честно скажу. Я, конечно, не знаю, возможно, этого не видно, ну, когда ты смотришь это где-то там на стриме или еще что-то. Но когда ты сам играешь, абсолютно другие ощущения. Где они есть? А, вон, вижу. Машина, машина, машина. Ладно, хорошо. Даша? Да, дорогой. Даша? Да, дорогой. Да. Я машину собрал, отстань. Отстань от меня, машина собрана. Нет, дорогой, я не отстану. Ну, машина собрана уже. Ну и что, милый? Ключи только остались. Меня. Ты в домике спрятался, да? Да. И Тёма здесь. А я тут. Тёма. Я думал, уже машина собрана полностью. Машина почти готова, ключи найди. Прибежал такой, короче, думаю, на этом вали. Вали нахер, Тёма. Ключи где? Ну нет ключей. Всё, сделал ключи только. Я найду. Как твою мать. Господи. Это нереально круто. Я не могу машину ломать. Даша? Даша, не надо! Сука! Даша, иди сюда! Даша! Иди сюда, тварь! Ладно, хорошо, дорогой. Даша! Да нахер оно тебе надо? Даша! Зачем ты ломаешь эту дверь? Я ее столько запирал. Почему ты молчишь, Даша? Давай поговорим. Ну, Даша. А что такое, интересно, вот этот рейдж? Oh, я включила рейдж, это ты что она дает? Милый. 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 Дорогой, ты такой мужественный, ты знаешь. Стой, что ты орешь? Да где ты есть-то, господи, мелочь? Нет, дорогой. А лучи. Так, остался Тёма. 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 Я слышу, как он надрывается там, слышите? Они общаются, ну, в чате игры. Артур соседней комнаты там что-то объясняет им. Ага, понятно. Где-то здесь, может быть, они. Ага, вон вижу кого-то. Попробуем по-быстренькому переместиться.
Артём! Бежит по дороге. А, Рейдж сразу ломает стены и двери с одного удара. Окей. Да блин, ты посмотри. Тут вот он рядом с тобой. Ха-ха-ха, я нашла тебя. Артур, это ты? Ты чё, живой опять? Как ты это сделал? Артур! Как он выжил? Мне кажется, они вызвали, наверное, Джарвиса этого. Сейчас зайдет в домик. Думает, он от меня спрятался. А, они опять к этой машине все возвращаются. Обратно побежал. Артур, давай сдавайся уже. Сколько можно тебя убивать? Что-то орёт. Да. А, ты с ружьем, милый, да? Ты с ружьем? Мужчина, остановитесь. Немедленно. Ты с ружьем? Ты куда делаешь? Иди сюда, милый. Нет, не пойду! Иди вы сюда! Милый! Да какой ключи она не сидит? Дорогой, дорогой! Иди сюда, я близко! Далеко! Я далеко! Блин, ну это бесит, я такой медленный. Почему я не могу бежать? В смысле? Я не умею бегать. Остынь, парень. Ты сейчас довыделываешься, ты знаешь это? Тёма, ищи быстрее. Могут быть ключи там. Да блин! Иди сюда! Что ты бесишься? Что ты бесишься? Надо вопросы решать мирно. Это бесит. Я не подписывался на это дерьмо. Даша, давай поговорим с тобой. Короче, я поняла, он где-то... Он Тёму прикрывает. Подождите, надо найти. Ага, все, я пошла за Тёмой. Даша! Так, вот она сюда пришла зато. Нет, я по домам пошарился, успел, ничего не нашел. Почему я вот реально тебя слышу, интересно? Может, потому что я именно тебя вызвал? Блин. Блин, ну это вообще сложно, очень сильно.
У тебя главный звук, отвечающий за все на 50%, прибавь потом, а сам ползунок на звук, за звук игры. А, че. Ну, тогда игра безумно громкая будет. Видите? Вы слышите? То есть здесь два ползунка, отвечающие за, ну, за все. Ребят, прекрасно слышно, по-моему, и так. Не знаю, мне норм слышно. Да блин. Ого, под водой я так быстро двигаюсь, прикольно. Наша! 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 Вон она идет со мной. Наша, нам ключи нужны. У Наши бомбит, она сейчас молчит, и это очень страшно. Она сейчас придет, меня тут буретки кинет. Наша, давай поговорим об этом. Машину найди, ключ найди. Да блин, вы чё, какого хера? Она всё переговорит. Да блин, это просто тупо, видите, я не могу остановиться в этом перемещении никак. О, вообще жесть. Даша сейчас меня убьет. Реально убьет. Подожди, Артур, мне уже подсказали, как мне останавливаться. Сейчас ты сдохнешь. В смысле сдохни? Не надо. Не надо. Не надо, я выйду все. Не надо. Не надо. У меня уже есть. Саша, не надо! Саша! Нет! Нет, Артур, это нечестно! Ах вы, я вас ненавижу вообще, просто всех, просто ненавижу! Мы знаем, ты ж маньяк! Бежи, бежи, она что-то хочет! Иди сюда, скотина! Тёма, она меня сейчас убьёт! Иди сюда! Я очень сильно зла, я очень сильно зла, нереально просто. Спасибо чату, он подсказал мне, как останавливать. Какого хера это нечестно? Вообще отстой, мне не нравится так играть. Да пошли вы, короче, все. Да
Это очень вообще по-другому как-то реально сложно. Ну блин, конечно, я только в конце узнала, как останавливаться за маньяка. Ну да, охеренно просто. Да, я не умею проигрывать, я это знаю. Их, блин, вообще бесит. Алло. Давайте в Дискорд заходите. Чё? Заходите в Дискорд. Реально, блин, дерьмо, вот реально дерьмо, вот честно говорю. Да это нечестно, потому что я только в конце игры узнала, как останавливаться в этом полете. Мне чат только написал. Я вообще не знала, как останавливаться. Я не знала. Ну вот мне только сейчас сказали. А как останавливаться? Бить надо. А можно я буду маньяком? Пожалуйста. Нет. Только с этим выключенным Дискордом. Нет, в следующий раз. Ну, Таня, будешь маньяком? Таня, будешь? Да я никого не убью, ну давайте. Давай, потом можешь Артур маньячить. Я машину почти собрал, а тут Даша приходит. Меня Даша вообще сразу нашла. Да, прикинь. Прикинь, я вообще ни в одном доме ключ. Я уже, блин, и аптечек нашел кучу раз. Ты, конечно, ты весь, всю игру просидел под этим хлебаным пасом. Она меня сразу потеряла под этим мостом. Это вообще... Конечно, ты слился с окружением. Реально, ребят, когда играешь вот и не слышишь... Так, когда мы в Дискорде общаемся, мы постоянно там делаем друг другу подсказки, где мы находимся. И поэтому как-то, ну, легко было там убивать и все, и находить друг друга. Когда ты в игре, и реально ты не слышишь, то есть, где, чё, как. Ну, вообще, по-другому, короче, игра воспринимается, конечно, намного. Я еще иду такая, ау, тут кто-то есть, Даша? Такая, Танюша! Я такая, твою мать, думаю. Есть тут, блин, маньяк ходит. И замолчали. И все о своем. Да. Не, ну игра прикольная, мне нравится. Что, еще будем? Игра хере. Да, я с удовольствием. Играем. А что, вы устали уже, что ли? Я нет. Мы же играем еще. Давайте теперь пусть кто-то другой будет маньяком. Да, Таня же будет маньяком. Так, отключаем? Да, да, отключаем. Все, ready, нажмите там. Все, Дискорд выпал, да? Так, да. Это топово, когда реально слышишь на... Я не понял, почему Стёма у нас, правда, было... И да, вот там, типа, непонятно было. Такой, давайте посмотрим. А тут что-нибудь есть? А тут нету. Я вообще одиночкой была, миленькая. Не... О, что-то проседает игрулечка. Связь. Ну, как всегда, когда загрузка идет, да. Нет, ну эхо было, потому что Дискорд был включен в игре его сейчас. Ну да. Естественно, да. Будет эхо. Так, ну, я надеюсь, я хоть кого-нибудь дарю. Ну, какие у тебя добрые надежды. Боже, ребят, какая разница, кем уверен, играть? Буду этой бабой продолжать да, играть. Я орал, что ты у меня сейчас сдохнешь, ты орал. Ну, я теперь не смогу, мне кажется, Таня знает, где моя мечка. Ну, все, с Богом. Так. Я в неплохом месте начала, кстати. Ребята, я буду говорить тихо, потому что не хочу, чтобы меня маньяк услышал. Разницы между персонажами нет. Прокачиваешь только и все. Так они все одинаковые. Внешний вид различается. Да какого черта? Хотя не, подожди. Да, это не улица. Вообще, знаете, не хватает того, чтобы свет можно было выключать в доме. Такое палево. Есть разница? Серьезно? Я не видела там никакой разницы. Но если есть, то извините за дезинформацию. Я еще не настолько в игре разобралась. Черная женщина дольше бегает, пишет. Что-то... рация, не хочу. А хотя... Давайте... Даша. А?
Нет, тебя слышу. Почему? Не знаю. А ты рацию взяла? Да. А, вот я тебя теперь слышу. Прекрасно просто. Ты тоже с рацией, да? Нет, я без рации, но почему-то я тебя слышу. Странно. Ты же не маньяк? Нет, я нет. Такой лол. Так вот в двери даже подсматривать, нифига себе. Да? Да, можно, короче, если к двери подходишь на присед, нажимаешь А, и она такая приоткрывает дверь и типа смотрит. Ага. Не знаю, зачем это тупо. Ну, а, слушай, нет. Ну да, это как-то странно. О, господи. Так, я здесь обыскивала, да? Да, тут было. Ты что-нибудь нашел, Тём? Нет, вообще ничего. Так, главное, ее нету рядом. А кто у нас маньяк? Таня. Таня. Да. Она и так молчит. Тут теперь телефон. Голос Господа. Ты у меня, кстати, так, с таким эхом, знаешь, реально, как будто... Да, ты у меня тоже, как будто там точно боженька с неба вещаешь. То же самое. Подожди, стоп, я в этом доме была или нет? Не, не была. Почему забаррикадировала? Тут у нас... Чё нашла? А, так, я нашел сигнальный пистолет. Дверку стал. Не знаю, возьму. Кстати, я там в одном домов на в одном из домов на коридоре поставил капкан, смотри, не влезь. Окей. Такое ощущение, что голос Нихера. Прямо в голову транслируется, пишет, ребят. Эффект присутствия. Это маленький домик, мне нравится. Блин, по-моему, меня нашли. Да, меня нашли. Так, надо валить. Я вообще в какой-то жопе. Надо переплывать туда. Я могу себе ногу сломать? Наверное. Ты чё, ты умер? Я пожаловаться пришел. Ты умер? Я заправлял машину, нашел бензин. Тихо, ты Артура Тёму выдаешь. Нашел бензин! Заправлял машину и завис, не мог выбраться. Таня умолял не трогать меня, она подошла, убила меня, раздавила голову. Молча? Молча, да. А Тёма все еще слышит, интересно? Артур уже уехал, пишет. Так, а вот двухэтажный дом. О, господи. Чё? Она труп где-то увидела. А вот, она увидела труп. Блин. I think I put that on right. Текай! Текай быстро. Тёма, ты где? Быстрее, быстрее. Я убегаю. Нашла меня. Она меня нашла. Надеюсь, не там, где я. Не знаю, вроде нет. Так. Я слышу чи-чи-чи. Беги, 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 тварь. Что-то развалилось. Да беги, что ты спотыкаешься. Блин, я забыл, в каком доме я подготовил ловушки. Тихо, я вроде отстал. Блин, бери, бери, бери. Твою мать. Таня молчит, ходит, да? Брат, у тебя... Блин, сюда нельзя! Какого хера? Нет, уж Танечка. Нет. Ч?
Что там происходит? Я, конечно, тоже. Но не настолько, чтобы умирать. Ну, за тебя... А, не закрывай дверь, дура! Я еще одну рацию нашла. Ну, я надеюсь. Разве нет? Так, ну они где-то далеко. Мне надо телефон найти и починить. Да вылезь из кустов, тварь. На рацию нужно накладывать шипение, кстати, да. Получи! На всякий случай. Упал, это что так? О, хапай, хапай, хапай. Отлично. Зато живой. Так, ну тут ничего нету. Я рацию нашла, и типа Тёма... с Тёмой могу общаться. ФПСик проседает снова. Тише, ты чё, дура? Фу, я вроде оторвался. А ты меня все это время слышал, да? Да, 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 да. Чё там, нашла что-нибудь путь, не? Не, ну я машину заправила только и всё. А, да блин, она опять тут. Так, доска. Если чё, в сарае куча капкана. Ключи от машины нет, просто находишь их в игре и все. Они не у Джейсона в кармане. Мы уже находили полностью, все чинили. Кстати, канистра часто здесь лежит. Где мой топор? В смысле? Вот это дура. Топор выбросила. Идиотка. Нахера? Здравствуйте. Я вас, кажется, слышу. Это опять я, да? Сука, куда ты вывалился? Лучше с жопой порезанной, чем проткнутой насквозь. А вон, я, кажется, тебя даже вижу. Ага, да-да-да. Не... Так, та... она за мной, я тебе не вижу. Сарай, куча ловушек, если что. Я понял. Она за мной просто. Можешь туда ее зайти. Но я чуть-чуть оторвался. Подсижусь пока. Я сейчас тоже коплю. Восстановлю стамину. Она где-то недалеко. Аккумулятор в сарае мне... Чё, где? Я пропустила аккумулятор. А там сарай, бензин и аккумулятор должен быть. Ну, в прошлый раз, по крайней мере, я там находил и то, и то. Что-то я не вижу, подожди. Так, если что, я ее буду отвлекать, короче. Я не вижу. И если что, сразу молчи, чтобы она тебя не услышала, понял? Нашла. Поняла, Даша? Да. Хорошо. Если что, я дам знак. И ты сразу замолкаешь, чтобы она не знала, что ты рядом. А машина далеко. Нет, рядом здесь, с сараем. Я вижу тебя. А что осталось? Ключи еще, да? Да, ключи остались. Блин, где их искать? Она рядом со мной. Я оставила аккумулятор, остались ключи. Блин, где ключи искать? А кто же еще? Конечно, я. Артура. Да. Ha ha ha.
Твою мать! На щеду разоралась! Да. Да вы запарили меня с этим топором. Господи, чат просто невыносимый. Она попалась, да, в капкан? Да, ну и я попался. Я один увидел, он, кстати, не раскрытый был почему-то. А второй... Ну, его пришлось раскрыть, а во второй я попался. Ты не хочешь этого, ты же знаешь. Тебе это не надо. Тебе не надо, я тебе сказал. Получи, сказал же, не надо. Я уже очень сильно ранен, поэтому я никак не убегу. Блин, ну это жесть. Мне чат пишет, что типа ключ на первом этаже в том доме, где я была, но это все фигня. Наверняка. Блин, я... Какого ж... В смысле? В смысле? Нет! Так, надо искать аптечку, срочно. Надо искать аптечку, я еле хожу. Я вообще почти... Я не знаю, как я вырвалась только что. А чё у меня происходит? Чё всё чёрно-белое? Ну, потому что она тебя догоняет. Так, аккумулятор нам уже не нужен. Нам нужны ключи. Нет, нет, Таня, нет! Ты голос слышишь? Блин, ну твою мать! Да блин, чуваки мне по-любому наврали, типа ключ на первом этаже, это все фигня. Здесь рандомно вещи располагаются, что? Я тебя слышу. Хорошо. Я уже 10 минут никого не слышу, я тут отвечаю. Знаешь, чё? Чё? У меня до сих пор звук такой буль-буль-буль-буль-буль, я до сих пор заправляю машину. В смысле, ты живой? Я заправлял машину, и игра сломалась. Да, я не мог отойти от машины, и орал на Таню. У тебя звук завис? А Таня шла ко мне, а я кричал, не надо. И оно до сих пор капает. И капает. И капает. Короче, Тёма, ты понял? Тёма, ты нас слышишь? Тёма тебя не слышит. А, он нас не слышит. Да, мы ему не должны подсказывать, в этом-то всё правильно. Знаешь, я с тобой теперь поговорить могу. А ты знаешь, что ты поставила капкан в амбаре? А в него Тёма убился. Я ему сказала, я говорю, там капканы, осторожно. Он специально её туда повёл, чтобы туда её это самое заманить, но он сам попался. Оно капает, да, что? Капает, да. Оно все еще капает. Флип, лап. А ты аккумулятор флип, поставил в машину? Лап. Да? Флип, флип, лап. Да, я, да, капает. Слушай, говорю, да, поставил аккумулятор и бензин залила, ключей нету. Но мне чат пишет, что типа ключи в том доме на первом этаже. Хотя это все неправда. Сейчас Тёму убью. Что ты делаешь, Тёма? А Тёма что, ключи нашел? Нет. Он решил драться. Это было очень глупо. Нахрена? Ой. Тёма? Голова отвалилась-то, да? Тёма? Чё? Голова отвалилась, да? Найс. Да, у головы больше. О, я включаю этот... в Дискорде. И вот такая смеется довольная. Естественно, все возле одной тачки погибли. Таня, ты видела, что я эту тачку заправляю? Да. Ты слышала, что я кричал, что я не могу выбраться, и не трогай меня, пожалуйста, я завис. Я не слышала, я не слышала. Ты слышала, как я орал, истерил и плакал? Нет. Ты подошла и убила меня, я не мог отойти от машины. У меня до сих пор капает то, что вот этот я машину заправляю, звук, он до сих пор идет. О боже, у меня уже живот болит, рожает. Мне больше понравилось, как я за Тёмой гналась и нашла Дашу. Да блин, там вообще так получилось, как ну, на самом деле, это самое, в капкан-то залез. Один-то я зашел в амбар, получается. Ну, я сказала, там капканы. Он не раскрыт. Я такой, только его раскрывать, раскрыл, и сзади еще один стоит, я нормально. Получается, вот тот, который я раскрыл, Таня попалась. Можно мне быть маньяком? Пожалуйста, пожалуйста. Будь маньяком, да. Только подождите, дайте я бабу сменю, а то мне говорят, что эта баба самая медленная.
Ну, а, ну вот, да, у них, слушайте, вот же у них отличия есть. Ну, так с какой-то штаной, конечно. Негра самая, в смысле, темнокожая самая. Но у нее стелс, типа, она... Что такое стелс? А чего мажорика? Сейчас посмотрим. Переведите мне стелс, что там написано? Что там написано? Reduces the amount of noise. Что там? Шума меньше, и тебя хуже слышно. Да? Ну блин, тогда вот эта баба так-то получше, конечно. Ну ладно. Хорошо, хорошо, я готов. Я нет еще базики. Сейчас я тоже почти. А как это? Верту, да? Да. А чуть-чуть тоже с этим, да, нифига. Ну, в смысле, если левел не поднимается. Так, я Че, отключаемся? Отключаемся, оказывается. Все, отлично. Ток электро сзади, его разрубает. Там рейдер нажмите. Я говорила тебе про ток, вообще-то. Так, если скорость это делать. Все. Модераторы сегодня такие молодцы. Столько... Да, дурачков сегодня в чате очень много вообще. Какие-то люди такие грубые, фу. Больше комментариев про эхо. Я в темноте хуже больше. Вида. Нужно больше комментариев про эхо. Смешная шутка. Киркорова. Да, я за Киркорова буду играть, он вроде так ничего. Хорошо. А я за Баскова. Такой перс. Сейчас он будет орать. Дима еще нет, я тебя проверил. Всем удачи. Угу. Логично. Тёма рядом со мной прям появился. Отлично. Наверное. Если чё, в рассыпную. Блин, я дверь не закрыл. Только не вступи, дура, в капкан. Чатик вообще топ. Но есть грубые люди. Пара-тройка. Даша, ты нас слышишь? Да. Даша, ага. А, чё? Я рацию взяла. А ну, я рацию взяла. Даша, рацию взяла. Кто меня слышит? Артём, тебя не слышит, Даша. А, значит, ты меня слышишь. Я Дашу слышу. Я просто между... Ууу, тикайте все в рассыпную. Куда рассыпную? Я только зашла. Ребят. Так, отлично. Так, они все там, я пошла сюда. Бля. Я не это хотела сделать, но ладно. Почему вообще все здесь появились? Блин, твою мать. Да ты чё, дура? Ой, блин, управление. Да брось ты. Да бери, блин, грёбаный бензин.
О, хилка тоже норм. Я уже так подранена. Так. Кто здесь? Кто здесь ноет? Блин, ребят, я не знаю. Я считаю, что лучше, наверное, другую машину. Потому что здесь маньяк бегает. И там шанс есть найти аккумулятор. Так что пошли туда. Всегда рандомно. Yes. Hope I'm doing this right. Что за музыка? Тихо. Что это было? Дороги летним днём, на-на-на-на. Артур. Что ты смеёшься? Не надо это. Не надо этого делать. Я тут тупик. Ты что, дверь закрыла? Чтоб ты сюда не пролез! Нет, Артур не делает. Да блин, за забор, серьезно! Ты опять головой стекло разбивала, что ли? Что ты стонешь вся? Нормально все, дорогой. Не беспокойся обо мне. Да чё за, блин, имбовый долбанный призрак или кто-то там? Так, тут закрыто. Закрывай. Блин, чё-нибудь полезное. А чё так темно? Милый, это ты? Я свет выключил. Что-то дверь у вас какая-то липкая. Милая, ты где есть? Выходи. Кто полицию вызвал? Кто, бляха, вызвал полицию? Кто вызвал полицию? С ними по-хорошему, они как обычно. Вот как вот это вот? Как это вообще получается, я не знаю.
Ради вас, говно! Таша, ты куда подевалась? Ты в курсе, что он полицию вызвал? Это вам не поможет! Бесит вообще, пишет вот эти свои очевидные вещи, хотя они неверные. Вообще, пишите. Мне нужен сарай срочно. Срочно, мать его, сарай. Там должен быть аккумулятор. Ключи у меня есть. Машина заправлена. Все заправлен, чё вы? Народ, спокойно. Аккумулятор где-то здесь в прошлый раз был. Может, он тоже сейчас будет тут. Блин. Палка. Капкан есть. Маньяк сюда идёт. И бля! Нет, Артур! Нет! 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 Нет, пожалуйста, нет! Нет! Нет, у меня почти получилось! Нет, Артур! Господи, нет! У меня почти получилось! Там было окно закрыто, чёрт! А чё флаер, ребята? Вы же не знаете... Флаер просто, чтобы копов вызывать, когда копы приехали. Я не могу в него стрелять флаером, я не могу им обороняться. Блин, вообще так обидно. Кто это здесь? Понятно. Так, а Таня где? No! Please, no! Please, no! Я почти, блин, я почти уехала отсюда! А к-
аккумулятор и ключи в сарае. Как ему сказать-то? А он не слышит, потому что так нечестно. Ну блин. А кого я слышу? Кто печатает? Таня? Таня? Если в помещении выстрелит, то это сконфузит маньяка на пару секунд. Но я как бы нажимала, у меня был в руках этот флайер, она ничего все равно не произошло. Отстой. Нет, но она в игре-то должна быть здесь, как бы я это имею в виду. В окно выбросил. Блин, Тёма, у меня были... Я заправила машину, я нашла ключи, у меня был аккумулятор, я уже бежала к машине ставить аккумулятор, и меня Артур убил. Я даже не надеялся, что на ней можно свалить. Её там пока заведёшь, это пипец. Блин, я очень далеко был от копов. А где копы были? В самом... Но у меня флайер был, представляешь? А вот говорят в чате, что флайером можно стрелять было, хотя я стреляла в него, ну, в Джейсона. У меня нету, не было флайера. Ну было неплохо, почти. Угу. А чё, я слышу, как Таня пишет, но она не говорит ничего в игре. Таня говорит, что что-нибудь в игре. А? Я не слышу, Таня. И я тоже. Странно. Тёма! Фаер показывает, где Джейсон на карте, а копам надо бежать своим пешком. Я знаю, что Фаер делает. Таш! А! Чё? Ты же не злишься на меня? Я тебя ненавижу. А чё я сделал-то? Ты меня поймал, когда я почти свалила, блин, из этого гадюшника. Я не поняла, почему ты в капкан не встал. Там я капкан специально. Я бы умерла сразу. Нет, нет, когда я имею в виду только шо, короче, после окончания. Так когда умираешься, мы могли в чате, ну не в чате, в смысле, а голосовым чатом общаться с тобой. А тебя не было. Я слышала, как ты печатала, барабанила по клавиатуре, но ничего не говорила. Серьезно? Да. А чё, как вам? Не понравилось, ты убил меня первым, у меня вообще было тупо. Господи, о, кто чат, флайер или фаер. Когда копы есть на карте, когда они здесь, на территории, где-то здесь ездят, нужно выстрелить фаером или флайером, я специально говорю так, потому что все друг друга в чате поправляют и начинают спорить. Стреляешь, и таким образом ты показываешь, где Джейсон, и копы приезжают и убивают на место. Вроде бы так говорят. И ты можешь еще вот этот, ты можешь еще где этот, как его, выход, куда машина уехала, куда Тёма на машине уехал, туда можешь пробежать и тоже типа, тебе этот, в общем, копы тебе спасут. Да, ну да, да, можно да. И так тоже. Я объясняю. К воротам прибежать? Да. Ну, далеко, да, туда далеко, наверх со самой. Там отметка на карте появляется. Угу. Полицейский значок. Мне понравилось. Я, правда, не понял, почему Тёму убил. При подключении тоже чат отключается. Хватит говорить, когда идет загрузка. Да-да-да, кстати. Ничего не понятно. У меня игра упала. Что там, не понял, Артур? У меня игра упала. Артур? Ты не слышишь Артура? У меня игра упала, ребят. Нет, я не слышу. Я слышу Артура, а Даши нету вообще. Игра упала. Даша, игра упала. А. Давайте перезайдем. Да, давайте. В меню. Блин, я даже вообще закрыл. Как выйти отсюда? Live match. Серьезно, что происходит? Я не, мне вообще ничего не, не активно. А, вот все. Отстой. Что-то Unreal Engine 4 Crash Reporter. Ну, короче, перезапускай. Хорошо. Вот с ружья его не берет, а копы прям убьют. Ну, ребят, это условность игры такая, это же не мы придумали. Ну, его убивали в каждом фильме, при том, что ему похер. А потом он снова оживал.
Так, приглашать Даша или еще нет? Сейчас я захожу. А можно меня пригласить? В смысле? Пожалуйста. Пригласил? Да, ты меня пригласил. Ты сказал бы хоть, чтобы пригласил. Да, я аж думал, ты видишь там. Так в смысле? Зачем? Отметочку. Все, я уже тут, можете. Все, приглашаю. Я только Даше говорю. Как можно присоединиться к вашей пати? К пати в игре? Ну, у тебя есть игра? У тебя есть игра? А как? Ну давай, пиши свой ник. Попробуй этот добавить. Толпой запинать топорами и ружьем можно маньяка убить? Нет. Только временно оглушить. Прикинь так. Напали толпа. Напали, да, из кустов. По кругу. Можно 10 человек, да, сюда. Здесь можно дохера, чтобы народу было. Я думала, что Джейсон не призрак, как в чате пишут. Я думала, что он типа нежить. Ну, типа такого что-то. Бессмертный какой-то маньяк. Ну, не местный какой-то, факт. Не знаю, мне гораздо больше нравится, когда это... В общем, без дискорда. Как-то атмосфера. Да, мне тоже. И народ такой сразу этот... Тёма под мостом такой... Знаешь, что тебя Тёма выдало? Че? Тебя выдало, что ты клавишу гром-гром послал. А, ну я уже просто думал, что уже все, что ты и так меня спалил. Поэтому я сразу и... Я же и так спалил. Значит, нет-то, ну почему бы нет? Ребята, те, кто хочет с нами поиграть, у кого есть игра, можете этот... модераторам пишите свои ники, модераторам в чате. И тогда в конце, вот сейчас мы доиграем, и я попробую найти вас. Или лучше ссылки, наверное, на Steam. Потому что по никам это такое, там куча Вась Петровых и так далее. Ну и у Тёма, наверное, то же самое. Да. Нету ключиков там, да, еще. Sarp Jack, спасибо за переподписку. Да, я сейчас посмотрю, кстати, по поводу ключей. Дима не ответил пока. Да, Артур Дима писал, Дима пока еще не ответил. Надо было на Артура все-таки почту, наверное, это все делать. Ну, кто же знал? Или на мою там. Ну да. Ну да, кто знал. Ну, вообще так-то и с Димой и играть с тебя. Да, да. Ну вообще, причем резко. За 10 минут у них так резко случилось. Резко все переменилось, да. Прям очень. Я только стрим объявила, и они договорились, его там пишут, что уже сразу. Вот, да, гоенько. Ладно, я же в Дискорде, отключаю микрофон. Все, ready, там нажимаем и поехали, да? А что, точно выключаем? Да. Точно. Ну вы поняли, да, ребят? Модераторам скидывайте, либо ссылки на ссылки. Свои... Ссылки лучше... Патриот Найтбот. Ну, в личку там, я не знаю, как-нибудь. Да, Найтбот трёт ссылки. В личку модераторам тогда скидывайте, ребят. У меня хоть раз топовая картинка на загрузке появилась. Какая? Ну, голая баба? 2500 рублей. Ой, ну удачи. Стоит предзаказ. И 5 ключей. Артём. Ну то есть 5 ключей ты получаешь. Получаешь 5 ключей на бету. Ну да, на бету, но и игру. А, на игру как бы один. Не, то есть не думаешь, что 5 игр купите. А, ссылки все равно видят, даже удаленные. Отлично, Салюша. Прекрасно. Я не знаю почему, но Трашу я часто потерял. Я вообще всех очень. Не знаю, я вас в игре прекрасно слышу. Артур! Артур! Чё вы все тут? Чё вы тут вообще все? Потому что... Разберите себе... В смысле? Как я и говорил, очень часто здесь респаун идет. Но это, блин, ну, возмутительно. Но это же неинтересно даже. Да я иду. Чё ты орёшь-то? Чё иди? Я иду, конечно. Девушка, вы пока бегите. Я толпа басков. Ладно. Опа. Чё нашла? Чё нашла? Ну
God, it actually fit. Шикарно. Так. Я пошла за бензином, наверное, сразу. Блин. Или ключи поискать. Я рацию взяла, кто меня слышит? Блин. Там Артур-то корёт в соседней комнате, пипец. Жесть. Я сейчас, наверное, пойду в сарай. Там бензин. Даша, ты меня слышишь? Да. Ты что, Даша, ты рацию взяла? Он... Нет. А чё? Я не... Ты где? Я там, где мы появились на респе. Я машину... машину поставила этот батарею. Он где-то рядом, он обошел, короче, реку и вернулся там обратно, на эту сторону. А он здесь, Таня! Таня! Беги! Здрасте. Куда-то полезла. Я убегаю. Бегу. Ого, поплыла. Ты убежал? Да пытаюсь. Просто сделаем. Ты еще живая? Да. Не знаю как. А где он? Он возле большого дома двухэтажного. Я поняла. Где-то здесь. Таня. Таня. Ась. Иди, короче, в сарай, бери бензин. Подожди, мне нужно кое-что сделать. А он нас слышит сейчас, интересно? Не знаю. Судя по музыке, он где-то здесь. Но я его пока не вижу. Куда Артур, блин, подевался? Рядом? Да. Дура, что ты делаешь, идиотка? Бля. Нет, я... Нет. Нет. Как она? Нет. Что нет-то? Нет, чё? Что нет-то сюда? Нет. Я ж найду тебя. Даша, убегай. Я не могу, Таня! Все очень плохо. Даша. Не убегай. Таня, прошу, чтобы я не убегал. И серый экран, ребята, не потому, что я ранена, как народ мне писал. А ты серый экран, потому что ты ранена, подлечи. А почему он серый, кстати? Потому что он близко. Ой, промахнулся, простите. Буквально за что-то с прицелом сегодня щит, да? Таня, он такой жуткий. У меня лицо. Давай, твою мать, лезь! Как она? Нормально, Тёма, не боись. Интересно, что больнее, мачете или топор? Да блин, дура, как она бесит.
Я устала. Господи, ты убежала, что ли? Я думала, тебе уже все. Нет, я убежала. Но ненадолго. Хорошая новость. Да блин. Тёма! Что, не нашёл? Тёма нет! Ладно, пошёл ты! Я стреляю! Видите? Она не в него стреляет, чат! Она не в него стреляет! И ему пофиг на это! Ну чё? Это не Фредди, это Джейсон. Что делаешь? Привет. Артур, ты меня слышишь? Я пытался его отвезти от вас. Ты слышишь меня? Да. Да. И мне тут чат доказывал, что можно в него выстрелить, типа это его оглушит. Она не стреляет, она стреляет просто в воздух. Я вам только что это показала и только что... Промазала просто? Что? В смысле этим, как его? Да, тут не, ну, не в него типа целится, а именно там на X нажимаешь использовать. И мне писали, что это типа его ослепит там или еще что-то. Ну да, но это не обязательно в него нужно попадать. Нет, там нельзя в него целиться, Артур. Ну да, я знаю. Ну, оно не работает, я к тому что. Ну ладно. Я не знаю, я не пробовал эту штуку. Луки-пуки, они врут, как всегда. Ну, не все это говорили. Я говорю про тех людей, которые это утверждали. Зря они это говорят. Что-то они какие-то... Не было. А теперь пишут, что оглушит в помещении. Ага, ну ладно. А почему ты такая? Эхом? С эхом такая, да. Не знаю. Ну, потому что, наверное, это voice chat так работает в игре. Может, в следующий раз с копами покажете? Да можно попробовать. Почему он меня убил первым? Ну, я кричал, типа, не трогай их. Иди сюда. Вверх нужно сигнальной ракеты, должен приходить еще один игрок. Ну вот, я выстрелила, посмотрим сейчас, ребят, сработает это или нет. Это рандом, на самом деле, не всегда работает, но... И тишина, да, Таня молчит. Таня молчит, потому что Тёма рядом, и он знает, что она в этом помещении. Кстати, там у меня был донат, по-моему, а у меня почему-то он не отобразился. Пойду-ка я проверю, что такое с сайтом опять. Какая-то фигня вообще. Чат не работает, донат не работает. Очень странно все это. А ну сейчас я проверю, ребятки. Да, Wolfsai. Окей, спасибо за донат, хорошо, будем учитывать. Артур, я уже... Кровати? А Тёма ходит и рубит все кровати. Jesus Christ! Нет, нет, беги, беги! Туалет, ну нет, серьезно, да бей его, бей! Вали, вали, вали! Черт! Тёма издевается над ней, стоит, по-моему. Ага. Был, говорят, донат-то? Я прочитала уже. Ну, в смысле, я так не читаю. Я же сказала вначале. Хотя Тёма не слышит. Просто... не забывайте смотреть прокачки плюсы и минусы маньяков. Один умеет бегать, но плавает плохо, другой ходит пешком, но плавает быстро и все в этом роде. Да, спасибо, я уже сказал. Таня, ты что, серьезно, Таня? Что она делает вообще? Сработало! Сработало, серьезно! И в окно улетело. Вот это тактика вообще! It's Jason Bourne! Офигеть! Фига вообще! Не, надо больше людей, потому что чуть втроем против маньяка это очень сложно что-то сделать вообще. Угу. Тут все закрыто, все. Ну все, уже не денется никуда. Oh!
Да Тёма поддается. Не поддается. Тёма. Артур, может быть, и мог мне поддаться, а Тёма не поддастся никогда, мне кажется. Да и то мне сегодня, Артур. Ты же мне сегодня не поддавался? Чуть-чуть. О, это так жестоко. God, я на Тёму убегал, я ему шарман купил. Ребята, это бета. Какие локации? Нету. Это бета. Бета игры. Название стрима написано. Сначала хотел, короче, ему анекдот рассказать. Не вспомнил. Потом начал петь песню «Шарманка». Но ему не понравилось. Так и убил. Машину мы уже собирали, уезжали уже. Осталось копов попробовать. Чтобы они именно по локации ездили. Или это в бете еще нет? Есть, есть. Ты прям видел, да, на стримах? Мне писали, что есть. Ты знаешь, сколько мне тут писали в чате, Артур, всего? Нет! Жесть вообще. И так от... Мне то же самое сделали. Так оттолкнул, типа, капец. Жесть. Таня, как ты с капканом вообще? Просто вообще... С капканом капец. Мы сначала такие, что он делает? И когда он попался, мы такие, чё? И ты после этого так эпично в окно вышел. Да-да-да-да. Ну чё там, добавлять людей будем? Я думаю, у вас уже вылезло определенное количество людей. Когда... Чё там, модераторы? Много людей написали свои ссылки? Ребята, не разделяйтесь. Ну, в смысле? Так это наоборот в этом весь, ну, как бы, замес. Но. То, что один там, допустим, отвлекает Джейсона, а другие что-то слушай, делают. Слушай, я тебе что, плохо пел, что ли? Я не пойму. Да, отстой, помню. Баска вся, конечно, такой себе. Ну все, я в Дискорд зашла. Даша, ты опять в Ани появилась? Не знаете, что мне тоже интересно, вот пишут, если зайти в логово его, что там можно сделать? Ничего. Там же меня бегал кто-то. Таня от меня там бегала. Нет, то было, оказывается, не твое, то был другой остров. Есть именно твой остров, там где дом и голова матери. Вот что там можно сделать? Я думаю, ничего. Нашу ты там сделаешь. Голову крадешь. Надо включать музыку, стрелять из ракетницы, бросать петарды, чтобы дезориентировать Джейсона. Как ты его дезориентируешь, если у него есть ульта, где он видит тебя сквозь вообще, ну блин, на карте? Как? Ну да. Через полкарты. Через полкарты тебя видит. Это реально очень тупо, трата времени. Включишь ты радио и убежишь, и что? Он включит ульту, посмотрит, где ты находишься, и пойдет тебя убивать. Ну серьезно. Умеет становиться невидимым, умеет перемещаться через всю карту вообще. Мгновенно. Да. Я думаю, что как-то надо баланс сделать так, чтобы в зависимости от качества игроков у него часть способности была урезана. Ну то есть, если, допустим, стримят, то он не может там... Через стены перемещаться. Ну, в общем, реально тупо. Да, как-то надо что-то делать. Это нереально, вообще нереально выжить. Ну хотя с копами почти получилось, но опять же, добежать туда нереально было. Если бы еще кто-то живой остался, тогда, да, может быть, да, так нет, одному. Карту нельзя поменять, это одна карта. Чего у всех хаха, потому что мы сейчас сидим одновременно в Дискорде и в игре у нас включен. Мы знаем про эхо, господи. Используй дробовик, чтобы стрелять в Джейсона. Ты только что пришел, наверное, да? Ну да, он только что пришел. Джейсон. Больше народу мы не можем сделать, потому что здесь нельзя пока что в бете свою пати создавать, чтобы можно было там, допустим, мы вчетвером пришли туда, и туда в эту пати бы набились другие. Тут можно только приватные матчи. Да, только приватные матчи, а у нас только вот у четверых игра есть. Угу. Даша, ребята были умные, они думали, что мы раздаем ключи. Что? Модератор написал. Окей. Понятно. Серьезно? Народ. А как это можно было вообще додуматься до этого? Не знаю. А давайте, у кого есть ключи, поиграем с нами.
О, мне ключ дадут, ребята, мне дадут ключ. Лол. Ну я не знаю, что тут, видите, без толпы как-то все уже показали вроде бы, да? Да мы уже... Сколько мы? 5,5 часов уже стримили? Серьезно? Сколько? Да что? Офигеть. Какой, да не может быть, нет. 3,5 часа. Я чуть аж перепугался, думаю, нихера как. Не, ну 3,5 тоже достаточно много, учитывая, что тут не особо много чего есть. Но все равно игра прикольная, да. Надеемся, что... Ну, было топово, мне кажется. Даша, нажми W, чтобы двигаться вперед, используя клавиатуру. Во-во-во. Да-да-да, такого же типажа. Можно вопрос, за что Джейсон убивает подростков? Ну, как бы, а за что Фредди Крюгер убивал подростков? Потому что он может. Потому что он может, и все. Так, ну еще, давайте, наверное, все уже, наверное, да, заканчиваем. Я напоследок пока... Ну, я заканчиваю, во всяком случае, не знаю. Просто а, да, отлично. Напоследок я еще раз расскажу, как получить игру. Заходите на официальный сайт игры, покупаете за $40 предзаказ этой игры, и вместе с предзаказом на нее вы получаете 5 ключей на бета-версию игры. То есть вот как у на нас... На бета-версию. Да, то есть, ну, предзаказ игры, то есть вы получаете игру за эти деньги полноценную, когда она выйдет, и 5 ключей на бета-версию. Я не знаю, как еще раз сказать, просто уже раз 10-й, наверное. 5 ключей. На бета, не на да, игру. Да. На игру только версию. Одну, и только когда на она бета-версию этой игры. И вы активируете ее ключик потом в Стиме и играете. А в Стиме игру купить нельзя. Ее можно там только активировать, если вы ее купите на официальном сайте. Да, за $40. Это почему, интересно, в Стиме нету? Понятно. Не знаю. Это очень странно. Пятница, 13-е. Last of Us 2. Анонсировали. Анонсировали, да. До свидания. До свидания. До побачения. Я думала, ребята. Че, мы прощаемся все уже, да? Да, я думаю. Прощались. Давайте, думаю, да. Давайте закругляться. Игра, не знаю, мне очень понравилась, но здесь реально надо ждать, пока она выйдет полная версия, чтобы можно было свою пати создавать. Да здесь хотя бы толпу нормально собрать. Хотя бы, да, собрать толпу. Еще хотя бы пару-тройку человек. Максимальное количество игроков здесь 10 против 1, да? Или сколько? Ну, Джейсон один, да. Ну, я имею в виду 9 против 1. Или 9, или 10 против 1, да. Вот. Ясно, как игру вот купить. Тролли. Ой, ладно. Спасибо, ребят, что были с нами. Было очень круто. Не знаю, мне очень понравилось. Было весело. Даже страшно местами. Да нет, было вообще-то на самом деле очень круто. Вот, да, даже не ожидал. Да. Вот. Все, кто вокруг меня, бегите! Что там? Ладненько. Ну, арты я потом посмотрю уже. Ладно, ребят, давайте. Все, давайте, всем покедова. Пока-пока. До следующих стримов. Пока.